Сегодня у нас 24 июня 2021 года. Тема нашего вебинара – новинки Гильтек. Мы сегодня прям подробненько обсудим нюансы применения, особенности препаратов, которые, интересных препаратов, которые компания Гильтек выпустила в промежутке между 2019 и 2021 годом. В основном те, кто последние прям были, будем обсуждать их. Буду рада услышать вопросы какие-то, если есть, пишите. Для этого как раз вебинары и проводятся, чтобы можно было в режиме реального времени их задать. Но если вдруг кто-то отключился или не успел, то запись вебинара будет выложена, как обычно, в YouTube спустя какое-то время. Планирую я сегодня распределить наши, как говорится, наше общение по такому принципу. Сначала мы разберем, к примеру, препараты, которые являются тяжелой артиллерией, то есть активные сыворотки в основном, препараты, которые в основном работают с аудиторией 35+, 45+ и выше. Кроме того, имеют какое-то селективное назначение. Разберем наш новый препарат пилинг с протоколом, да, хотя у нас есть, упоминается еще он в разных других вебинарах, которые недавно были, но сегодня сакцентирую на нем внимание. Поговорим мы о такой теме, как антиполюшен, защита кожи от фотостарения, от проявлений хронического стресса, вот с чем, с какими препаратами компании Гильтек можно с этими проблемами бороться, это все тоже обсудим. Естественно, поговорим о самых таких интересных новинках, которые только-только, можно сказать, вышли в наши линейки. Это линия The U натуральной косметики, которая является нашим, можно сказать, подбрендом. То есть компания Гильтек запустила еще один бренд натуральной косметики. Тоже очень рада. Анна, здравствуйте. И расскажу об этих новых препаратах, которые называются The U. Отдельно такой кусочек нашего вебинара им посвящу. Соответственно, поговорим о всяких таких удобных штуках, например, лайфхаках и нетрадиционном применении различных препаратов, например, из серии Body, которые у нас тоже вышли в последние 2-3 года. Поговорим о линии Home Care, которая тоже как бы является профессиональной, но для домашнего ухода. И там тоже есть интересные препараты, и некоторые из них вышли, ну, тоже в этот вот последний период, как раз буквально недавно. Естественно, затрону такой момент, как вот с чего начать, да, то есть знакомство с маркой. У нас есть сейчас очень много удобного всего вышло, наборы разной величины и более такие крупные подарочные, да, и вышли наборы селективного значения, то есть для решения какой-то определенной проблемы, например, там, набор для подростковой кожи. Вышли мини-наборы, что очень-очень вообще мега удобно из маленьких наших вот этих вот, кто с нами давно знает и любит наши пробнички, которые очень удобно брать с собой, потому что это фактически, ну, не саше там пробничек на один раз, а это нормальный полноценный 5-миллилитровый тюбик. И вот из них сформировали тоже наборы разного тоже назначения и удобно, например, да, аминки, правильно. Вот, и как раз из них сделали наборчики, которые можно купить, например, чтобы познакомиться с маркой, если есть какая-то определенная цель, которую хочется достигнуть при помощи ухода за кожей. Вот. В общем, вот такие наполеоновские планы у меня сегодня уместиться в наше время со всеми вот этими темами. Начнем мы с того, что нового у нас появилось в тяжелой артиллерии Гильтека, то есть в антивозрастном уходе. Ну, естественно, самой тяжелой артиллерией, самым эффективным, я считаю, и с огромной многолетней доказательной базой этой эффективности является, конечно, такой компонент, как ретинол. И у нас уже два вышло средства. Заглядывая вперед, может быть, приоткрою небольшую завесу тайны, возможно, скоро у нас выйдет и 1% ретинол. Но сейчас у нас есть две сыворотки, ретидерм 0,25 и ретидерм 0,5. Вот. Они у нас в 30-миллилитровых флакончиках наших вакуумных, удобных, представлены. И, соответственно,
0,25 желтенькой полосочкой содержит 0,25% чистого ретинола, то есть не пальмитат, не эфир, а именно ретинол, которому совсем немного шагов, а именно 2 нужно сделать для того, чтобы превратиться в ретиноевую кислоту, которая оказывает все вот эти глобальные эффекты, антивозрастные, и сужение пор, и предотвращение воспалительных каких-то процессов, и влияние на выработку структурных белков кожи в дерме, то есть влияние на фибробласты в дерме, то есть коллаген, эластин вырабатывается быстрее, упругость кожи повышается. Ну, эффекты ретинола, наверное, и стимуляция обновления кожи, то есть образование базальных кератиноцитов молодых и лучшее отшелушивание роговых чешуек, это все действие ретинола, который уже, с которым уже, как говорится, не поспоришь. Очень много исследований и так далее. Да, совершенно верно, этот ретинол большинство, в принципе, используют в нашей, кто проживает в климатической зоне, в осенне-зимний период. Это оптимально, не нужно особо заморачиваться, как бы, над солнцезащитой. Нет такого, что ты выскочил случайно на солнышко, на балкон на 2 минуты, а потом покрылся пигментом. Но, в принципе, конечно же, существуют регионы, где нет ярко выраженной зимы, и, в принципе, круглый год ультрафиолетовый индекс, который мы смотрим в прогнозе погоды, не снижается ниже 4, например, и прекрасно там женщины тоже пользуются ретинолом, просто они приучены более тщательно защищать себя от солнца при помощи средств с максимальным уровнем SPF-защиты, как наш мультипротектор, например, где-то он у меня тут тоже стоит под боком, и нося какие-то защитные механические приспособления в виде шляп с полями, бейсболок, крупных очков, вообще избегают нахождения на солнце. Поэтому люди, проживающие в таких регионах, они прекрасные пилинги делают, и в том числе даже и поверхностно-срединные, и ретинолом пользуются. Просто нужно очень тщательно и педантично подходить к вопросу защиты от солнца, если вас волнует пигментация. Потому что, в принципе, ретинол, так как он стимулирует, запускает много процессов обновления, делает кожу, особенно первое время, более чувствительной за счет того, что сначала эпидермис истончается, а потом только начинает утолщаться, укрепляться. Вот. И, спасибо. И, собственно, поэтому он и может немножечко увеличить фоточувствительность кожи. Кроме того, естественно, надо помнить, что ретинол применяется только на ночь, то есть это такой вечерний, ночной препарат. Это препарат солирующий, то есть он не любит нанесение чего-то особенно такого увлажняющего перед ним. Его наносят строго на сухую кожу, даже рекомендуется, чтобы избежать вот этих прогнозируемых побочных эффектов, как именно сухость кожи, повышение ее чувствительности, покраснение, наносить на кожу лица спустя 30 минут после умывания, ну хотя бы 20. Для чего это нужно? Не для того, чтобы просто кожа высохла, а чтобы она успела немножечко выработать своего кожного сала собственного и как бы защититься от именно агрессии, которую может чисто ретинол немножечко дать. У всех по-разному, конечно, чувствительность у кожи разная, толщина эпидермиса у всех разная, и склонность к покраснениям, иммунный ответ у всех разный. Но в целом прогнозируемые побочные эффекты такие, это нормально, это, в принципе, многие даже ждут их от ретинола и думают, что если их нет совсем, то значит ретинол не рабочий. Такое тоже есть, но действительно бывает прям совсем нечувствительная плотная кожа, которая даже, ну, или когда человек, ну, долго достаточно пользуется ретинолом, он к нему уже привык. И, собственно, у него эпидермис уже нормально на него реагирует, то есть не в самом начале. Тогда действительно ни шелушений, ни покраснений не будет. И, например, если я перешла с 1% ретинола на наш 0,25% или 0,5%, вряд ли я буду шелушиться активно. Но у большинства все-таки вот этот вот побочный эффект повышения чувствительности кожи, иногда легкого шелушения, особенно в таких вот критичных зонах, как крылья носа, например, или около рта, или даже в зоне вокруг глаз, может наблюдаться, и это, в общем-то, является нормой. И это корректируется кратностью нанесения и количеством нанесенного препарата. Ретинол мы наносим всегда в количестве горошка одного, да, ну, такая как бы ассоциация, то есть небольшое очень количество.
Соответственно, один горошек у нас, горошинка идет на лицо, и вторая на шею декольте. И этого вполне достаточно для средней величины лица и шеи. И спустя 30 минут после умывания оптимальный вариант. Я объяснила, почему. И уже если нам, например, при нормальной сухой коже, а не жирной, комбинированной, очень хочется нанести какой-то питательный жирненький крем, то это лучше всего сделать спустя час после того, как мы нанесли сыворотку с ретинолом, с активным ретинолом, я имею в виду. Тогда будет все хорошо. Первое время мы начинаем ретинол использовать не каждый день, да, и всего лишь там, допустим, 2-3 раза в неделю. Потом постепенно переходим на режим через день. И, собственно, этим, в принципе, можно большинству из нас и ограничиться. Если, конечно, мы не готовимся к пилингу ретинолевому и не хотим ускорить вот эту ретинизацию, так называемую, кожи. Режим через день оптимален для большинства. И в другие дни мы можем использовать другие активные сыворотки с какими-то другими компонентами, с пептидами, например, и так далее. Вот. Или какие-то еще другие, там, может быть, с витамином С и прочее. Но можем просто увлажнение или, наоборот, питание усиленное, да, какие-то при сухой коже с маслами использовать капсулы и прочее. Но самого ретинола нам будет достаточно при нанесении через день. Реже, когда он нужен, например, на ежевечерней основе, а некоторым и 2 раза в неделю достаточно. То есть здесь уже мы смотрим по чувствительности кожи, по эффективности и как для кого оптимально вот этот вот режим нанесения. Соответственно, если кожа начала раздражаться, сильно шелушиться, краснеть, то мы в самом плохом случае отменяем дня на 4, на 5, потом опять начинаем вводить постепенно и уменьшаем немножко количество нанесенным, тоже зачастую это бывает связано именно с этим. Если кожа нормально реагирует, небольшое там повышение чувствительности, может быть, где-то в чувствительных зонах небольшое шелушение, то мы двигаемся дальше в том же режиме и, в общем, постепенно, месяца за полтора, то есть достаточно за длительный срок, мы выходим на вот этот вот режим через день, то есть вечером. Понятно, да? То есть как бы вот с ретинолом вот такие нюансы применения основные. Мы стараемся писать это все в описании. Ну, зачастую клиенты, которые покупают где-нибудь там на маркетплейсах нашу косметику, иногда не дочитают и не послушают видеообзор на препарат и начинают применять неправильно на влажную кожу, сразу после умывания, а иногда даже и днем, а может быть и сразу, как бы закрывают сразу чем-то, кремом каким-то и получают побочки в большей степени, чем если делать это правильно. Но если все делать правильно, все будет хорошо. И ретинол у нас является, конечно, самым-самым таким королем, можно сказать, и золотым стандартом антивозрастного ухода. Следующий препарат, который, ну, текстура у обоих препаратов на самом деле такая легенькая. Попробую показать. Сейчас какой-то у меня открытый был даже. Вот это вот 0,5. Они похожи. Такая прям легкая, легкая текстура, поэтому очень экономичные эти 30 миллилитров. Хватает очень надолго. Пахнет очень приятный такой, немножечко легкий, легкий, навязчивый, сладкий такой запах. И кроме ретинола содержит еще ниацинамид и аскорбилглюкозид. То есть это 2 компонента, которые сами по себе являются очень крутыми по своей эффективности и по именно многопрофильностью своих эффектов. Например, ниацинамид, он тоже влияет и на себорегуляцию, и уменьшает как бы реактивность кожи в ответ на агрессию внешней среды, укрепляет сосуды, то есть на стенки сосудов, капилляров тоже влияет. И себорегулирующим действием обладает, то есть у него тоже масса всяких достоинств. Аскорбилглюкозид, витамин С, он способствует сиянию кожи, кстати, вот это как раз тоже отмечают. Но ретинол сам, конечно, стимулируя обновление, способствует сиянию кожи, увеличению гладкости. Гладкая кожа у нас начинает лучше отражать свет, и вот это здоровое сияние, к чему мы все стремимся, появляется. Такое молодое. И аскорбилглюкозид тоже вносит в эту свою лепту немалую. И он здесь тоже в хорошей концентрации для стабильной формы витамина С.
Многие путают кислую форму и стабильные формы, такие как аскорбилглюкозид, как САП или МАП, то есть содиум аскорбилфосфат или магний аскорбилфосфат. Эти формы не требуют высоких концентраций кислого pH. Надо это учесть, потому что иногда путаются люди и думают, ой, а что это 1%, что так мало. На самом деле для L-аскорбиновой кислоты, L-аскорбик эсид, которая в кислой форме, она работает фактически как пилинг, она кладется действительно в концентрации там, 10%, может быть, даже больше, она другие нюансы применения имеет и, собственно, не является стабильной. Средства с ней, они либо должны быть двухфазными, либо очень недолго хранятся, там не больше 3 месяцев. А стабильные формы, которые не окисляются на воздухе, условно говоря, и на солнце так быстро, они используются в концентрации 1-2%, и они при этом очень эффективны. А здесь он еще и как бы просто помощник ретинола, и, в общем, тоже способствует улучшению качества кожи, осветлению легкому, ну, даже, я бы сказала, по результатам испытаний наших, когда мы еще 0,25 даже испытывали, а не 0,5, на 1,5-2 тона уходил пигмент, да, то есть как бы общий тон. Это тоже очень хорошо. Ну, плюс здесь уходовые всякие компоненты, масло сладкого миндаля, антиполюшен, фукагель и гиалуроночки немножко, и витамин Е как антиоксидант. И составы у них похожи, то есть они практически идентичны, отличаются только концентрация ретинола 0,25 или 0,5. Причем сам ретинол находится в липосомальной форме частично и частично свободной. И липосомальный ретинол, он достаточно хорошо проникает, при этом он не дает такой сильных побочных эффектов, но все-таки для увеличения эффективности используется у нас, конечно, в формуле и свободный ретинол. Поэтому это надо учитывать и, в общем, защищаться от солнца, носить вечером и все, как я сказала. Переходим к следующему препарату. Это альфа-дерм. Альфа-дерм люблю, честно говоря, очень его. На самом деле всю нашу тяжелую артиллерию я люблю, потому что я контингент 45+, плюс-плюс-плюс. Вот. И, естественно, я этим всем тоже пользуюсь с удовольствием. Но альфа-дерм был очень интересен тем, если у клиента пигментные пятнышки, если только пигментация, Виктория, то лучше Brightening Skin. Вот. Ретинол, он как бы немножечко в другую сторону работает. И он наиболее хорош для тех, особенно возрастных пациентов, у кого изначально комбинированная жирная кожа, это вообще идеальный вариант. Вот. А Brightening Skin, мы сейчас к нему перейдем, к следующему, он как раз работать с пигментом. Причем у нас на испытаниях были с хлазмой после беременности женщины, были просто с пигментом, и очень-очень крутые результаты, на самом деле, за короткий срок. Ну, так, сейчас я тогда отвечу на вопрос по ретинолу, да, и перейдем к альфа-дерму. Скажите, пожалуйста, какой ретинол назначать, 0,25 и 0,5? Какую роль? Смотрите, сейчас отвечу на два вопроса Наталья и Виктория. Начинаем мы всегда с 0,25, если человек до этого не использовал ретинол вообще. Если он с другой марки, тоже активный ретинол, пришел, да, грубо говоря, попробовать Гельтек, то мы тогда можем уже спросить его, что он использовал до этого. Если он сидел там на 0,5 от Abadge Medical, то мы можем ему точно так же спокойно ретидерм 0,5 наш сразу дать. А если он не использовал ретинол, то всегда начинаем с 0,25. Потом он, допустим, 2-3 месяца пользуется 0,25, и тогда мы уже переходим на 0,5. Другой нюанс, если мы готовим, например, к ретиноевому пилингу, как профессионал, да, как косметолог, не для домашки, да, то мы сразу можем брать 0,5 почти ежевечерне, чтобы он прошел через вот это вот все покраснение, шелушение еще на домашнем уходе. Оно у него закончилось, и потом мы его еще добиваем пилингом вот, желтым. Тогда мы можем действительно для быстрой ретинизации кожи взять сразу 0,5. Естественно, опять-таки, тоже все с предохранениями всеми, со всеми нюансами, с учетом их. Но там можно взять более высокую концентрацию. Но опять-таки, тоже смотрим на кожу. Если это тонкая, чувствительная, близко сосуды, ну, то есть там уже, конечно, с осторожностью надо, не нужно прям вот жестить. Значит, по поводу лентига. Лентига, когда человек, ну, грубо говоря, родился с веснушками, рыженький, светленький, лентига, конечно, никуда не денется. В основном это дермальный пигмент, который, в общем-то, вывести и сложно, и не нужно.
будет осветляться пигментация, то есть тон будет светлее общий, да, и сами пятнышки, но совсем они, конечно, не пройдут. Если это приобретенный пигмент, достаточно поверхностно расположенный, как зачастую бывает при, например, после беременности, то там хорошие очень результаты от Brightening Skin, но мы к нему сейчас перейдем, я расскажу. Вот, поэтому, ну, надо смотреть всегда, Виктория, бывает, что пигмент по типу лентига возникает, например, в связи с какими-то внутренними патологиями, там, патология щитовидной железы, надпочечников, поэтому здесь лучше, конечно, обследоваться для начала, такой чекап небольшой сделать, вот именно с точки зрения эндокринологии, и потом уже посмотреть, как оно дальше пойдет, потому что иногда бывает вот такое. Ну и бывает уже, допустим, с возрастом, когда там уже 40 плюс и далее, уже склонность к пигментации идет, ну, как бы она возрастная в некотором роде, потому что доказано, что после определенного возраста у нас само накопление меланоцитами пигмента, да, его распределение и транспорт в поверхностные слои и накопление его в дерме увеличивается, к сожалению, причем увеличивается неравномерно. И поэтому появляются именно пятна, то есть неравномерно загар, например, от ультрафиолета, а как бы 25-летняя девушка загорит равномерно, а ее мама получит пигментацию, например, какие-то пятна такие сливные, да, очаги. Из-за именно как раз вот такой особенности. В общем, здесь надо смотреть, да, исключать внутреннюю патологию, смотреть, какого возраста пациент. И, в принципе, пользоваться можно. Она как бы сыворотка, к которой мы сейчас скоро перейдем, предотвращает, то есть повышает устойчивость кожи к ультрафиолету. Но, конечно, волшебства мы не можем от наружных средств ждать, когда, например, даже лазер не может помочь. Но в меру, естественно... Мы, на самом деле, разрабатывали сыворотку Brightening Skin 4 года. То есть у нас последний образец, который у нас прошел все испытания и пошел в производство, у него был номер 98, если так вот на минуточку, чтобы представить себе масштаб работы. Да? Вот. Но вернемся к альфа-дерм. Альфа-дерм – это миндальная кислота, как основной игрок в этой сыворотке. Миндальная кислота, она здесь 5% концентрации. Как мы знаем, она имеет крупную молекулу, самую крупную практически, из альфа-гидроксиподобных кислот. И она работает, в общем-то, в некотором роде на поверхности. Плюс у нее очень выраженные антибактериальные свойства, и это как раз позволяет сыворотку альфа-дерм очень хорошо использовать в протоколах ухода за проблемной кожей. Кроме того, здесь есть комплекс кислот, который тоже 5% в совокупности, но с каждой кислоты там совсем немного, какой-то меньше 1%, какой-то около 1% в этом комплексе. И там есть практически все ахакислоты, которые мы с вами знаем. То есть и лимонные, и молочные, и глюконовые, и гликолевые, там винные и прочее, да. И здесь еще немножечко добавлено салициловой кислоты, но там ее сильно меньше 1%, она больше как бы для поддержки формулы, то есть она не будет отшелушивать сильно. Здесь очень хороший увлажняющий комплекс, кто пользовался нашей маской, как удовольствие, знает его, это акваксил, глюкоза с ксилитом. Здесь диметиламиноэтанол, то есть немножко лифтинга такой дает, лифтинговый агент, плюс он антиоксидантную роль выполняет, и сок алоэ вера. Вот, и вот из этих компонентов состоит сыворотка альфа-дерм. Самое удивительное то, что, в общем-то, мы ее разрабатывали, это как с регенерацией произошло, думали, просто постпилинговый гель будет, а стал хит-хитовый, который за 2 дня заживляет травмы достаточно тяжелые. Вот. Альфа-дерм мы разрабатывали, конечно, как кислотная сыворотка для регулярного ухода. Вот кто не хочет пилинги, придет, а хочет постепенно вот сдвинуть кожу в стимуляцию, да, в обновлении, в повышении гладкости, уменьшение какого-то такого поверхностного пигмента, выравнивание тона, немножечко антибактериальный эффект, чтобы присутствовал. Да, вот мы ее сделали, и на удивление получилось так, что у нас в контрольной группе были пациенты, достаточно много, которые вообще склонны к розации. Казалось бы, кислоты, ну, как-то опасненько было назначать им, но получилось так, что эти пациенты использовали альфа-дерм, потому что у них было такое розация-подобное состояние, у кого-то прям диагностированная розация, и были воспаления, и взяли альфа-дерм на вечер. И заметили, что стало удивительным образом уходить именно покраснение. То есть, в принципе, есть исследование, что миндальная кислота, она реактивность кожи снижает, она как бы укрепляет тоже сосуды, но мы не думали, что это будет так выражено. И, в принципе,
При склонности к покраснениям, естественно, если ни кожа не раздраженная, не поврежденная, мы не будем, конечно, кислоты пытаться наносить, но вот именно краснота. Вот у нас была пациентка, например, у нее когда-то, видимо, было обморожение, кончик носа был все время достаточно красный, да, и она стала пользоваться альфа-дермом, ну, скажем так, с другой целью, просто выровнять тон, немножечко там себо отрегулироваться, вот, и она заметила, что удивительным образом кончик носа практически сравнялся с общим тоном. Вот, мы сами, честно говоря, до конца даже не знаем, ну, каков механизм вот этого всего, но вот сейчас у нас пост уже, как говорится, у нас постклинические исследования все завершены, у нас сыворотку уже активно покупают, очень любят многие, но у нас сейчас есть еще параллельно проводятся исследования, именно прицельно мы даем этот препарат тем, у кого есть склонность к покраснениям, именно розацеоподобные такие вот моменты, и следим за ними, как вот будет динамика в этом случае. То есть альфа-дерм тоже очень интересно, очень, кстати, хорошо работает на подростках с проблемной кожей вечером, им ее давать. Ну, на подростках и стоп-акне, понятно, хорошо работает с азелаиновой кислотой, не только на подростках. Вот. Кроме того, если, например, наоборот, возрастная кожа со склонностью к воспалению, то есть акне тарда, альфа-дерм, он так как еще и антивозрастным за счет ДМАЭ как бы является, ну и вообще кислоты тоже хорошо работают на возрастной коже. Вообще кислоты пептиды и ретинол – это трикетан, на которых зиждется наш уход 35-40+, и выше. Поэтому здесь как раз такое тоже многоплановое такое воздействие, и, в общем, можно использовать в разных случаях, разные показания. Понятно, да? Если вопросы какие-то есть, задавайте сразу, может быть, я как-то, чтобы не получилось сумбурно. То есть альфа-дерм – это кислотная сыворотка для регулярного ухода, то есть ее не надо смывать, это не пилинг. Она работает мягко, она не вызывает покраснений и шелушений в 99% случаев, я бы так сказала. Она, наоборот, способствует даже, как выяснилось, уменьшению склонности к покраснениям. Она хорошо работает с микробной флорой, если там есть проблемы, то есть она воспаление убирает, устраняет по возможности. Понятно, что если там третья стадия акне, pH у нее в районе 3,5, да, у нее кислый pH. 3,5-4,1, то есть не выше 4,1, вот так. У них там диапазон у наших средств, как правило, указывается в ТУ. И, собственно, у данной сыворотки pH не выше 4,1, но не ниже 3,5. Поэтому она, в принципе, как бы комфортно переносится кожей. И что я хотела сказать? То, что ее можно использовать как раз, когда есть склонность к воспалениям, когда есть проблемы с поверхностной пигментацией, когда есть проблемы вообще с обновлением кожи. То есть это идеальный препарат для лиц с гиперкератозом. Поэтому, в общем, вот такой у нее функционал. Используется, естественно, вечером, используется, лучше ее использовать вечером. Использовать ее можно, в принципе, практически круглый год, на самом деле. Опять-таки, если мы используем кислоты, летом мы активно защищаемся от солнца. Если мы едем в отпуск загорать, понятно, что за пару недель лучше все ретинолы и кислоты отменить. Понятен, да, этот момент? Вот. Ну и текстура. Текстура у нас легенькая, нежная. Такая oil-free, она, ну, вообще просто как прозрачненькая становится сразу. Тоже очень расход экономичный, ну, как у всех наших средств. Это такой как бы флюид, поэтому она называется обновляющий флюид альфа-дерм. Она прям, ну, практически моментально впитывается, очень приятная, ну, запаха не имеет фактически. А дальше вот как раз Brightening Skin, который мы разрабатывали 4 года, и 98-й образец у нас все-таки прошел клиническое испытание, показал хорошие результаты. А хорошие результаты – это значит, что, например, поверхностную пигментацию приобретенную, клазма беременных в том числе, после беременности, естественно, после родов уже применялась, уходила, осветлялась где-то на полтон-тон, буквально даже за первую неделю-полторы. Две недели уже были видимые результаты, то есть как бы уже плохо читался вот этот рельеф пигмента. И за 3-4 недели фактически оставалось только, ну, очертания, какие-то намеки на пигмент по краю роста волос. Например, у нас просто было несколько пациентов именно с такой проблемой. И ее как раз
Ее как раз хорошо применять, когда вот эта приобретенная пигментация. То есть, чтобы не было, как говорится, завышенных ожиданий, я даже недавно влог записала про завышенные ожидания со стороны пациентов, когда действительно есть пигментное пятно, дермальное там, или это вообще может быть не, оказаться не пигментное пятно, какая-нибудь кератома, да, или еще что-то. Понятно, что люди берут какие-то средства и думают, что чудо случится, и это поможет, если лазер не может помочь, а сыворотка поможет. Нет, конечно. И дермальную пигментацию, если есть сомнения, можно определить на приеме косметолога при помощи банальной лампы Вуда, посмотреть, хотя бы можно посмотреть дерматоскоп и, в общем, в принципе, определить тактику. Но во всех остальных случаях, когда пигмент в целом, да, в большинстве своем приобретенный, когда есть какие-то проблемы, может быть, внутренние, и как надо держать в узде вот этот пигмент, да, до конца его невозможно, например, убрать, например, при некоторых патологиях щитовидной железы, когда сопровождается пигментацией кожи, или там надпочечников, но можно держать в узде, да, сделать менее выраженным. Это тоже хороший результат. Но здесь очень хорошо, конечно, она работает еще на предотвращение пигментации. Даже у нас некоторые испытуемые ездили с ней. Мы, конечно, не рекомендуем широкой публике ехать загорать и мазаться Brightening Skin. Все-таки коевая кислота в составе, да, и, в общем, витамин С в составе. Но были наши испытуемые, которые брали с собой на такой курорт, можно сказать, да, вот у нас была наша коллега, которая, например, ездила в Эйлат, это курорт, ну, в общем, фактически где-то между Египтом и Израилем, вот, и там выше 6 всегда индекс инсоляции, она пользуется ей спокойно и говорит, что в другом случае я бы больше пигмента привезла обратно в Москву, да, а сейчас, как говорится, пигмента меньше, то есть он предотвращает еще хорошо. Ну и был парочка еще таких вот испытуемых, которые именно эти свойства отметили, и нам это, конечно, приятно было слышать. Сейчас, конечно, очень грустно говорить об этих всяких поездках у людей, да? Как-то это кощунственно звучит в контексте нынешней ситуации, но не будем думать о грустном. Вот, то есть, какие основные ингредиенты? На вопрос я вижу, Наталья, сейчас отвечу. Вот, здесь основной, конечно, ингредиент – это коевая кислота, это аскорбилглюкозид, это, опять-таки, ниацинамид в составе, это пептид меланостатин-5, который как раз занимается в большей степени предотвращением возникающей пигментации. Здесь есть увлажняющие ингредиенты, есть молекулярный такой компонент, ну, можно сказать, в некотором роде инновационный, это хромобрайт, такой запатентованный комплекс диметилметоксихромонилпальмитат, тоже он предотвращает пигментацию, он замедляет миграцию, скажем так, меланинов в поверхностные слои. Есть всем известный с древних времен экстракт солодки, который тоже влияет на пигмент. И вот этот комплекс, он находится в такой тоже, опять-таки, легкой по текстуре, такой кремовидной базе. Вот. И он, собственно, тоже очень экономичный, он хорошо впитывается быстро, поверх него можно, в принципе, наносить любые другие косметические средства, когда он впитался. Ее можно использовать и один раз в день вечером, и можно использовать и два раза в день, ну, если вы загорать не идете, конечно. То есть он, чем, если два раза в день, то быстрее подействует, если один раз в день, чуть-чуть подольше. То есть Brightening Skin очень удачная штука вышла, и мы ей, в общем, по праву можем гордиться. Теперь вопрос, да, бывает защитные средства не соответствует своим заявленным цифрам. Наш мультипротектор соответствует 100%, потому что мы, как компания, которая работает и на нашем рынке, и на европейском рынке, ну и вообще Гельтек, он традиционно всегда следовал букве закона, и у нас, например, SPF мы пишем не как, например, какие-то, может быть, фирмы, которые просто считают по концентрации УФО-фильтров, которые лежат, есть такие специальные калькуляторы, там самый известный от фирмы BASF калькулятор, да, можно примерно посчитать, если ты положил определенный процент каких-то УФО-фильтров, сколько у тебя SPF получится, да. Но настоящий SPF проверяется по-другому. Помимо того, что ориентировочно SPF, конечно, высчитывается, чтобы положить правильную концентрацию активов, и, как правило, высчитывается, чтобы с запасом это было. Потом средство с SPF отдается в независимую лабораторию. Параллельно, да, как, ну, естественно, после того, как на испытуемых все хорошо, да, средства начинают исследовать уже на другие. То есть на физико-химические свойства SPF исследуется до, как говорится, начала
первый этап, например, испытаний, потом отдается первой группе там испытуемых, они смотрят, нет ли аллергии там на компоненты, как база вообще ложится, а может быть она некомфортная, пленку дает или еще что-то. Вот когда здесь все хорошо, тогда уже, естественно, подтверждение происходит этого СПФ-фактора, и независимые лаборатории тестируют это на людях. То есть специальными ультрафиолетовыми лампами, ну, по типу как в солярии наподобие, да, облучают участки тела. Эти протоколы ведутся с фотографиями. Вычисляется эритемная доза, да, то есть сколько времени, как вам вычислить СПФ, да, сколько времени до появления эритемы этот человек. Учитывается фототип, опять-таки же, да, чтобы эффективно работал и даже на первом фототипе, да, вот этот вот крем, когда вообще человек не может загорать. И даются вот эти все протоколы, испытуемые, фотографии и, в общем, все вот эти вот моменты суммируются в отчет, который дает целью, да, его является выдать нам точную цифру СПФ, которую имеет. Вот, например, у нас мультипротектор 50+, у него, если я не ошибаюсь, по отчету 62, по-моему, СПФ, ну, по данным независимой лаборатории. Но если что выше 50, да, мы уже можем просто поставить 50+, нам не обязательно писать там 62 и так далее. Вот, поэтому здесь как раз все очень серьезно. И кроме того, еще учитывается тот фактор, чтобы на протяжении всего срока годности и срока годности после открытия, когда уже средство проконтактировало хоть чуть-чуть с кислородом, да, чтобы вот этот СПФ сохранялся. Потому что зачастую проблема в чем бывает? СПФ сначала много всего, да, там как бы обещано, да, то, что он там 50+ или 90, а потом человек начинает им пользоваться, особенно вот азиатские бренды любят там всяких ингредиентов лишних туда насовать. То есть каких-то там витаминов, экстрактов и все прочее, они между собой начинают взаимодействовать, они начинают окислять вот эти несчастные ультрафиолетовые фильтры, которые сами по себе, ну, такие довольно-таки капризные. И получается, что человек попользовался месяц, да, а там СПФ уже не 50, а 15, а то и меньше. И поэтому здесь как раз важно еще, чтобы этот СПФ был на протяжении всего срока годности и срок годности после открытия постоянным, стабильным. То есть, как обещали, 50+, чтобы было и через 12 месяцев 50+. Поэтому здесь как раз вот этот тоже важный момент. И действительно, СПФ – это такая очень важная штука, потому что, к сожалению, фотостарение никто не отменял, и это самая первая причина вообще старения, когда ультрафиолет на нас воздействует, и мы стареем. У нас происходит реакция перекиси на окисление липидов на коже и так далее, и тому подобное, образование пиримидиновых димеров, которые могут привести вообще к онкологии кожи, поэтому пренебрегать защитой от солнца не нужно. Вот, наверное, Наталья, я как бы ответил на первый вопрос. Да? Второй вопрос. Можно ли использовать альфа-дерм в активное солнышко? Честно говоря, можно, если вы опять-таки утром используете хорошую солнцезащиту и не загораете, бережетесь от длительных каких-то пребываний на солнце. В общем, в принципе, проблем нет. Я, например, сама, если у меня там что-нибудь, отношение маски, например, зачастую что-нибудь повылезет на подбородке где-нибудь, я спокойно на ночь использую альфа-дерм. Он у меня достаточно быстро снимает эту проблему. Стоп-акне тоже люблю для этих целей. Иногда их даже комбинирую. Даже бывает, что вместе в одно нанесение. Вот. Но это надо уже знать как бы свою кожу. Вот. Проще стоп-акне утром рекомендовать, а альфа-дерм, например, вечером, если есть склонность к воспалению. Вот. Brightening Skin мы с вами разобрали. Используется он и один раз в день, и два раза в день. Можно носить поверх него, как говорится, другие сыворотки всякие, другие, я имею в виду, другие кремовидные какие-то средства, например, там тот же самый антиоксидантный коктейль Витаматрикс и прочее. То есть закрывать, в принципе, декоративной косметикой без проблем, он не скатывается, очень хорошо впитывается. И рассчитывать на эффект такой видимый, визуальный, да, когда у нас поверхностная пигментация, подчеркну, поверхностная, будет уходить и осветляться на там половину, тон, полтора тона, два тона, ну, у кого как, да, естественно. Где-то можно себе поставить срок минимально 3-4 недели, да, ну, соответственно, за там полтора месяца, ну, это будет, наверное, максимальный его эффект, и он дальше будет поддерживаться за счет предотвращения появления новой пигментации, при условии, что, естественно, днем используется SPF.
SPF, ну, я всем 100 раз уже объясняла, да, в наших влогах там, как использовать, но вдруг у нас кто-то там новенький совсем, или посмотрят потом в Ютубе, напомню быстренько. SPF проще всего вычислить, какой нам взять, да, сегодня в конкретном случае, посмотрев прогноз погоды. Там есть такой параметр, как ультрафиолетовый индекс в баллах. Мы смотрим, если там где-то до 2-3, можно вообще не использовать SPF, если, конечно, мы каких-нибудь агрессивных средств не используем. Например, если мы ретинол используем, например, по вечерам, да, или даже кислоты, то лучше днем хотя бы 10-15, чтобы ваше средство дневное имело степень защиты от солнца. Вот, если от 3 до 4, там где-то до 5, то нам, в принципе, до 30, 15-30 хватает SPF, особенно если мы не подставляемся под солнце, а офисный планктон, условно говоря. А если уже свыше 4-6, то лучше все-таки максимальную защиту, особенно если мы используем какие-то средства, способствующие ускоренному обновлению кожи. То есть смотрим по ультрафиолетовому индексу. Там, до 2 ничего не надо, до 3 даже можно сказать, а там где-то до 4, 15-30, и после 6 уже минимум 30, а лучше 50. Переходим к следующему. Это у нас 5 пептидов. Мы так ждали, честно говоря, его. У нас тоже были достаточно давно уже, мы его оттестировали, но были проблемы с сырьем, учитывая эту всю пандемию и прочее, потому что здесь 5 высокоэффективных пептидов. Здесь вообще, на самом деле, концентрация пептидов огромная. Здесь 21% пептидных компонентов. Это очень много. Здесь 2 мерилаксанта, аргирелин или уфосил, которые синергию, ну, как бы синергично действуют, потенцируют действие друг друга. Здесь у нас очень интересный трипептид меди, GHK его еще называют, вот, который, в общем, на самом деле такой очень комплексный актив. Можно по меди, если кому интересно, почитать вообще про него, какие-то исследования, там даже РПКИ, ну, много чего про него есть. И, собственно, он, помимо того, что он как антивозрастной работает эффективно, он еще и как антиоксидант очень мощный работает, то есть он стимулирует активность супероксид дисмутазы, то есть он тоже предотвращает реакции вот, перекисно-окислительные. Да, пептиды наши все, это точно, пептиды, кислоты, ретинол. Трики так, как я всегда говорю. Вот. И он на самом деле очень хорошо способствует регенерации кожи, восстанавливает кожу, то есть заживление, в том числе, если, допустим, кожа проблемная, восстановление, разрешение воспалительных элементов и их быстрое заживление. То есть если кожа, например, активно обновляется, и вы используете, например, ретинол, вы, в принципе, можете утром использовать пептиды. Как говорится, их не нужно друг на дружку наносить, а вот утром самое оно как раз. Вот. И можно использовать, допустим, когда чувствительная кожа, и когда кожа дряблая стала. То есть у него, на самом деле, очень много всяких функций, кроме пептидов самих. Да? Там пептид матриксил, матрикин, ну, он у нас в сыворотке для века, крем-сыворотке с эффектом лифтинга есть уже давно, многие ею пользуются, который тоже укрепляет, стимулирует выработку коллагена и эластина, то есть укрепляет кожу. Очень это чувствуется. На самом деле, когда ее тестировали, на самом деле очень долго ходили, такие были трения. Ну, пептиды дорогие же очень, да, сколько она там чего будет стоить, и вообще выгодно ли нам ее такую делать, хоть она и активная, но дорогущая же получается по себестоимости. И, в общем, мы все боялись, что ее не разрешат выпускать, и у нас косметологи, которые тестировали ее на пациентах, на себе, они, ну, 100 вообще будет стоить очень дорого, поэтому 30. Ну, на самом деле она очень долго расходуется, поэтому 100 там даже не нужно, проще потом еще раз свежую купить. Вот, так вот, у нас даже косметологи просто писали: ребята, если вы ее не выпустите, я готов выкупить все оставшиеся опытные образцы. Вот, на самом деле здесь, конечно, очень хорошо формула сделана, то есть сами пептиды, плюс еще дополнительно такие антивозрастные компоненты полулан, как мгновенный лифтинг, как в сыворотке актив лифтинг нашей, вот уже старый добрый. Здесь у нас фитокультура яблока Мальс Доместика. Это вот та самая, которая в наше интенсив омоложение. Вот это вот фитокультура из сорта, вот он по-немецки называется Утвиллер Шпетлауба, то есть который, собственно, долго не тухнет, и который используют как стволовые клетки яблока, да, то есть которые стимулируют тоже обновление кожи, метаболизм клеток, очень хорошо эпидермис обновляют, делают его гладким, таким сияющим. И, собственно, он здесь тоже есть, вот этот вот компонент.
и плюс вот эти вот мощные пептиды. Смотрите, Анна, утро или вечер? Ее, в принципе, хорошо использовать и два раза в день, да, но если у вас в вечерней рутине какое-то другое средство, например, с потенциально фототоксичными компонентами, да, то мы ее оставляем на утро. Единственное ограничение по пептидам, так как здесь у нас лиофасил есть, пептид миралаксант, здесь у нас есть аргирелин, но аргирелин он более устойчив, в принципе, к pH, а лиофасил покапризней, поэтому здесь нужно смотреть, чтобы вы сразу после кислых средств, например, тоником протерлись с ахокислотом и сразу нанесли. Нет, не нужно. Это нужно подождать хотя бы там полчасика, час, чтобы pH восстановился уже кожи, который, чтобы он был выше 4, и тогда уже можно наносить. Ну, либо использовать под эту сыворотку нейтральный тоник. И следующее требование, чтобы поверх нее сразу не наносили кислые средства. То есть не надо ее закрывать альфа-дермом, не надо ее закрывать пектиновым гелем, не надо ее наносить под какие-то другие, не наши там кислые средства, там с эльвискорбиновой кислотой, там с молочной кислотой. То есть чтобы pH был выше 4. То, что выше 4, пептиды себя хорошо чувствуют. А если ниже 4, они могут разрушаться. Ну и такие откровенно дубящие вещества, там всякие там, я не знаю, с танинами в составе, то есть с большим количеством там какой-нибудь экстракта кородуба и прочее, да, ивовой коры, то есть тоже, наверное, не стоит, но это у нас таких средств как бы нет, но могут вам встретиться. То есть то, что дубит кожу, да, и то, что сильно щелочное или сильно кислое, с пептидами несовместимо, они достаточно капризные. Вот, а все остальное можно. То есть оптимально, конечно, какой-то универсальный нейтральный крем поверх нее нанести, и все. Вот. И дальше у нас, в общем, 5 пептидов прям рекомендую всем попробовать, потому что это очень классная вещь. А, ну и текстура, конечно. Текстурочка у нас такая прям гелевая, такой гель хороший. Вот. Кстати, кто делает, например, ну если профессионалы у нас здесь тоже присутствуют же, лазерной терапией, если кто-то занимается низкоэнергетическими лазерами, да, то есть на том же самом Мустанге 2000 плюс работает, то как раз эту сыворотку можно использовать в процедуре как сочетанный фактор, то есть это называется отсроченный фотофорез, когда мы делаем процедуру, пусть даже просто по подготовленной сухой коже, вот, и дальше в течение 3-5 минут после проведенной лазерной терапии мы наносим активную сыворотку, и чем активнее она будет, тем лучше она будет работать, конечно. И вот это, конечно, очень хороший вариант нанести после лазерной терапии. Можно закрыть ее даже альгинатной маской, потом нанести финальный крем, например, VitaMatrix с светоотражающими частичками из серии Home Care, о которой мы там ближе к концу поговорим. Вот. Но это будет прям вот вау-эффект. Ну и дома, естественно, использовать. Крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга. Я о ней еще скажу, когда мы перейдем к Home Care, да, но это, в принципе, уже многие ее, конечно, уже пользуются ей. Это легкий такой крем с пептидом матриксил в составе, с кофеином. То есть он на самом деле у нас всегда был гель с эсерилом противоотечный для кожи вокруг глаз. Но, конечно, крема не хватало. И в скором времени, я надеюсь, выйдет еще более питательный такой крем для сухой кожи, для этой зоны. Тоже будет хороший, активный. Сейчас активная разработка идет как раз на эту тему. Вот. Но пока у нас легкий крем, крем-сыворотка для век с эффектом лифтинга из домашней вот этой серии Home Care. Там как раз полулан подтягивает немножко, кофеин, витамин Е как антиоксидант, и он как раз хорошо работает с зоной вокруг глаз, а также очень хорошо работает с зоной шеи. И учитывая то, что у нас сыворотки не как вот у многих других производителей, какая-то там 5-15 мл для век, а нормальный 30-миллилитровый флакон, и стоит, в принципе, достаточно бюджетно, как обычная сыворотка, любая другая наша, то его прекрасно использовать и на шею, или даже на все лицо в качестве ночного крема, особенно если кожа не сухая, а такая вот склонна комбинированная, склонная к жирности, а хочется крем, например, в зимний период, особенно это актуально наносить. Вот, можно вечером использовать как ночной крем. Это такой лайфхак нетрадиционного off-label применения этой сыворотки, которым лично я тоже пользуюсь, когда мне хочется на ночь нанести кремчик подтягивающий. Вот, ну и в отдельный слайд я такие как бы наиболее популярные сочетания этих средств из тяжелой артиллерии собрала. Например, утром пептиды, вечером ретинол. Или утром осветляющая сыворотка Brightening Skin, естественно, под SPF, вечером альфа-дерм. То есть будет, ну, либо ретинол, например, вечером можно тоже комбинировать. Вот, это будет как бы сразу из двустволки за всеми зайцами.
Интенсивное увлажнение утром, например, 3D-увлажнение или интенсив-омоложение под крем, например, какой-то утренний, и ретинол вечером, потому что ретинол способствует немножечко пересушиванию эпидермиса, а гиалуроновая кислота, в том числе ультра- и низкомолекулярные ее формы, они будут утром компенсировать вот этот момент и добавлять именно, вот, повышать гидрорезерв кожи. И также можно комбинировать пептиды и восстановление микробиома там, и так далее, то, о чем мы сейчас поговорим чуть дальше. То есть именно антиполюшен какие-то преследовать цели, защита кожи от агрессии внешней среды и от проявлений каких-то внутренних стрессовых моментов. То, что на коже у нас тоже, к сожалению, проявляется. И как раз когда, например, атопический дерматит. Кстати, вот 5 пептидов в сыворотку у нас косметологи тестировали, кто работает с аппараткой, после лазерных шлифовок, например, после каких-то таких вот повреждающих манипуляций. И заметили, ну, кстати, во многом, я думаю, это благодаря пептиду меди, как раз то, что у него регенерация, это одно из его коньков, можно сказать. Вот. Очень быстрое восстановление. Ну, привычно как бы использовать, конечно, гель интенсив регенерации для этого, в основном его используют. Но вот эта пептидная сыворотка прямо очень хорошо себя тоже показала, как вот в реабилитационный период после повреждающих процедур, как восстанавливающее средство. И при этом она не пощипывает кожу, как, например, иногда бывает, что если прям кожа поврежденная, все-таки интенсив регенерации немножко пощипывает. Не всем это комфортно, хотя заживляет феноменально. Я на самом деле могу рассказать страшную историю вам. Вот. Тут я сама недавно прочувствовала хорошо, как быстро заживляет интенсив регенерация. И даже у нас в наших рабочих чатах я выкладывала фото до и после своей пробитой головы. Вот, у меня угол багажника приехал мне в голову случайно со всей силы. Упал, амортизаторы сломались, у меня большой такой багажник, весит он прилично. И, в общем, углом он мне пробил как топором голову. Я стояла возле магазина продуктового, грузила сумки, а из головы у меня, как у кита, фонтанчик крови бил. Вот, даже мужчина, припарковавшийся рядом, очень быстро оттуда уехал, увидев эту картину, потому что, наверное, подумал, что меня кто-то по башке огрел и что-нибудь у меня украл ценное. Вот, а на самом деле повредило вот как бы углом багажника. Вот я приехала домой, придерживая голову салфетками и, в общем, капая кровью, помыла голову. Первым делом, естественно, ПХО, обработала антисептиками, залила всю регенерацию и засыпала для верности баниоцином, естественно, чтобы микробы туда не попали. И могу сказать, что да, мужчина уехал, Виктория, он испугался. Никто даже не спросил. Вот, ну, это было раннее утро, вот, в принципе, как бы. И там не так много было народу, но, в общем, мужчина припарковался на таком каком-то большом красивом джипе вот, и быстренько уехал, увидев меня капающей крови. Ну, не важно, дело не в этом. Я кое-как сфотографировала себя, естественно, как экспериментатор-любитель, то, что было сразу. Как говорится, вечером уже меня там муж фотографировал, и вот следующие 2 дня он меня фотографировал. Вот эту вот ранку. И, знаете, на самом деле на второй день уже практически ничего не было. То есть, ну, во-первых, оно болеть практически сразу перестало от регенерации, но эту особенность его я хорошо знаю, когда ожоги замазываю бытовые. Но, в общем, на второй день все уже затянулось корочкой. И, в общем, вот эта вот комбинация гель интенсив регенерации и баниоцин, это вообще просто феноменальная вещь, я бы сказала. Вот, и я сделала эти до и после, выкладывала нам в общие такие как бы чатики наши рабочие, вот это вот все. И, в общем, действительно очень, очень круто сработало. И, в общем, здесь как раз были прям прямые показания к нему. Все тяжело. Вот. Правда, наверное, вот где вот сам вот этот был удар, волосы там, конечно, уже расти не будут, но это незаметно. Я не очень переживаю на эту тему. Так что имейте в виду, на самом деле. Но это не первый такой, на самом деле, случай, когда регенерация себя так показывает. Вот, хотя мы, конечно, ее рекомендуем не при каких-то там ужасных травмах, но при ужасных травмах она тоже оказывается не лишней, как выяснилось. Вот, ну, в общем, от грустного мы придем к более веселому. Дальше, да, с чем комбинировать? Комбинировать можно с топ-акне эльфа-дерм, как я уже говорила, при проблемной коже. Вот, можно комбинировать наши новые средства, тоже чуть позже, когда про The U вам расскажу. У нас вот эта новая натуральная линейка, которая вышла, там есть сыворотка тоже, называется она
True Baby Face Serum. Там такое немножко название все с англицизмами, такие, скажем так, трендовые, можно сказать. Но тут имеется в виду Baby Face не то, что она для детей, а то, что лицо как попка младенца становится. Вот. И там как раз активные ингредиенты – это 3% ниацинамид и 2% витамин С, аскорбиллюкозид. И вот ее тоже очень хорошо комбинировать, например, с кислотами вечером, да, или с ретинолом вечером. То есть утром Baby Face, а вечером уже что-то такое из тяжелой артиллерии. Ну и, соответственно, тоже хорошо ниацинамид с витамином С комбинировать, например, с тем же самым пробиоскином, да, тоже. Вот. Ну, то есть комбинации масса, подбираем всегда по показаниям, по основной проблеме, которая пациента беспокоит, да, то, что его больше всего беспокоит. То, что его, например, может беспокоить там купероз или там акне, а у него может быть все лицо в пигменте, но его это не беспокоит. Поэтому, в принципе, мы в первую очередь, конечно, будем тогда назначать что-то, что будет решать проблему его с воспалениями или там, например, с покраснениями, а с пигментом уже потом будем работать. Постольку, поскольку. Так, едем дальше, да, чтобы у нас как бы время нам хватило. Я чувствую, у нас сегодня будет долгий вебинар. Значит, потому что нам надо еще и новую серию, и про антиполюшен поговорить, и про наборчики вот наши, и очень много всего чего-то я запланировала. Будем стараться. Всесезонный пилинг. Коротенько по нему, потому что про него уже есть информация в предыдущих вебинарах, можно на Ютубе посмотреть, как говорится, и, собственно, обзор по нему есть, и даже процедуру мы, по-моему, уже, ребята, выложили, я делала на пациенте, и она лежит где-то там в Ютуб, вот, на нашем канале, как с ним работать. На самом деле здесь очень хороший такой мягкий состав. Он, опять-таки, основная здесь как бы кислота миндальная, чуть меньше молочной, но в такой уже более-менее кератолитической концентрации. Феруловая кислота, которая работает как антиоксидант, очень мощная, вообще считается одним из самых мощных антиоксидантов. Экстракт зеленого чая как тоже антиоксидант, как иммуностимулирующий агент, диметиламинэтанол. Тоже и лифтинг, и антиоксидантная функция, и, в общем, в принципе, на функцию обновления кожи он тоже влияет. И pH не сильно низкий, 2,46. Ну и не сильно высокий, то есть не 3,5. Значит, как мы его используем? Он, в общем-то, предназначен для таких вот процедур, когда нужно мягко, без какого-то сильно такого агрессивной реабилитации, вынужденный использовать для того, чтобы улучшить качество кожи. Да? То есть, в принципе, можно готовить к каким-то более серьезным пилингам при помощи него. Можно подготавливать кожу к каким-то шлифовкам, например, чтобы вот выровнять, сгладить эпидермис, да, а иногда бывает, что и не нужна потом шлифовка. Оптимально, соответственно, курс 5-6 процедур, но также можно как флэш использовать его, то есть как процедура на выход. Соответственно, как мы его применяем, да, там, по-моему, я даже слайдик на эту тему сделала, мы можем применять от 1 до 3 слоев, предыдущий, так как это гелевый пилинг, он у нас в таком матовом, ну, как бы непрозрачным белым стеклянным, осторожно, чтобы не разбился, да, флакончике. У него такая маслянистая немножко текстура. Вот такой вот как бы капну. Вот, он немножечко жирненький такой. Вот, за счет бутиленгликоля в составе. И он образует именно коллоидную систему. То есть это не спиртовой пилинг, который надо втирать ватными там камышами, именно такой гелевый. Его можно перчатками нанести, его можно, в принципе, нанести каким-то там кисточкой и прочее. Вот. Но удобнее всего наносить пальцами в перчатках, потому что, чтобы у нас лучше пенетрировало вот эти кислоты глубже, да, и было более сильное воздействие, его рекомендуется втирать. Ну, аккуратненько, конечно, не сильно растирая кожу, впитывать его. То есть, если мы наносим его, например, ну, максимально в три слоя, 5 минут между каждым, то мы каждый предыдущий слой практически до полного впитывания легким массажиком втираем. Вот, соответственно, как флэш-вариант мы используем только один слой на 5-7 минут и потом смываем. Нейтрализатор он не требует, то есть у него нейтрализация просто водой. Смываем при помощи всяких вот таких салфеточек хорошенечко, да, и потом уже используем какой-нибудь обычный нейтральный тоник для завершения такой процедуры. Протокол стандартный, да, то есть очистить кожу,
протеретоником для усиления, в принципе, эффекта, когда мы, например, на вторую, третью, там, четвертую уже процедуру, можем и энзимную маску использовать перед ним, да, как дополнительный вариант, да. Вот, можем использовать его самостоятельно, без, например, предварительного какого-то снижения pH при помощи энзимной маски. Вот, потому что у него не сильно низкий pH. И, соответственно, слои втираем. Если мы его применяем курсом, то между этими процедурами должно быть минимум 7 дней. Ну, то есть раз в неделю, можно в 10 дней. А если мы используем как процедура быстрой красоты, да, то мы, соответственно, в один слой с минимальной экспозицией 5-7 минут и, в общем, смотрим по реакции кожи. Как правило, он не сильно покалывает, не щипит на такую какую-нибудь уже дубовой коже с выраженным гиперкератозом, может вообще, особенно первые пару раз, ничего не почувствовать. И с осторожностью, естественно, применяем при чувствительной коже. На поврежденную кожу или когда у вас там дебютировал только что там какое-нибудь обострение герпеса или его дебют, да, не будем, конечно, на розацию, естественно, не будем, потому что там ничего нельзя такого агрессивного. То есть, если на лице есть какой-то дерматоз, какие-то признаки дерматоза любого, да, или герпетической инфекции, или выраженное, ну, много-много воспалительных элементов, больше 10 акне, или на фоне препаратов, которые либо сильно повышают чувствительность кожи летом, тетрациклиновый ряд, например, антибиотики, не нужен тогда летом, хоть он всесезонный, да, его использовать. Или человек принимает пероральные ретиноиды, да, тот же самый Роакутан из ретинаин, и тогда у него кожа изначально будет пересушена, очень чувствительная, и, естественно, не надо пилинги делать тогда в этот период. Вот во всех остальных случаях, да, мы спокойно можем его применять практически всесезонно, естественно, разумно предохраняя кожу от солнца в межпроцедурный период. Вот. Про пилинг, я думаю, в принципе, вопросов особо быть не должно. Расход, опять-таки, 50 мл очень надолго хватит, но он, в общем-то, объем-то кабинетный, то есть он рассчитан на то, что его будут профессионалы использовать, но некоторые берут его как домашний пилинг, домашний уход. В принципе, по его характеристикам он не такой страшный и агрессивный, поэтому мы его разрешили продавать в розницу. Вот, и, в общем-то, человек для себя, ну, более-менее, который разбирается в уходах, может его купить, конечно, как говорится, себе-то можно навредить и безобидными средствами, но если человек читает инструкции, знает хотя бы свой тип кожи, свое состояние кожи, может отличить, определить для себя противопоказания и показания. Для этого, собственно, мы проводим, пишем для пациентов вот эти влоги короткие, где видеообзоры, где там стараемся разжевать это все максимально подробно, чтобы люди применяли все правильно, да, грамотно, и, в общем, чтобы получали хорошие результаты вместо ненужных побочных эффектов. Тогда все будет хорошо. Вот, переходим к следующему такому блоку. Это восстановление барьерной функции, микробиома кожи, антиполюшен, то есть защита от агрессии внешней среды, загрязнений, вот этого смога, всех вот этих вот вещей, которые, в общем-то, пагубно влияют на нас. И, соответственно, защита от солнца, как, опять-таки, неотъемлемый компонент восстановление и поддержание защитного барьера, да, потому что ультрафиолет – это такой самый мощный злобный агрессор, который влияет на нашу кожу. Соответственно, какие препараты мы будем использовать? У нас есть сыворотка ProBioSkin. Опять-таки, это, в общем, она относится к новинкам, но уже многие ее прочувствовали, полюбили. И ProBioSkin содержит у нас лизаты бактерий, то есть пробиотики, там лакто- и бифидобактерии, лизаты. И они стимулируют как раз рост нормальной микрофлоры на коже. То есть, а нормальная микрофлора, если больше, она начинает вытеснять условно-патогенную, а условно-патогенная, если много, она становится патогенной. Поэтому нам нужно поддерживать вот этот хрупкий баланс и не разрушать микробиом. А микробиом у нас разрушается воздействием агрессивной внешней среды, каких-то агрессивных процедур, да банальной даже жесткой водопроводной воды, и при приеме антибиотиков, и при приеме каких-то средств, которые снижают местный иммунитет, например, ГКС, да, то есть глюкокортикоиды и какие-то там, и даже тот же ретинол, в принципе, может немножко подпортить нам картину, поэтому мы зачастую рекомендуем, например, когда человек проходит курс ретинола, поддержать кожу с утра, например, ProBioSkin'ом. Вот. ProBioSkin хорошо работает на чувствительной коже, вот как раз после того, как ее хрупкий баланс был нарушен, да, и, собственно, содержит помимо пробиотиков еще и пребиотики, то есть это фактически корм для этих полезных бактерий наших, которые обязаны поддерживать
состояние нашей кожи и защитный барьер в хорошем состоянии, это как раз инулин и альфа-глюкан. Вот. Ну, плюс там еще, естественно, и фукагель увлажняющий, такой мультикомпонент, такой, который и, в общем, и как антиполюшен работает, и как влагоудерживающий агент работает. То есть пробиоскин очень комфортная гелевая сыворотка, такая достаточно... Она легкая, ну, плотненькая такая, как бы не жиденькая, не такая, как интенсив омоложения или 3D-увлажнение. Такой, в общем, вполне себе самодостаточный гель, который мы, опять-таки, суперэкономичная, на лицо и шею там одного пшика хватит фактически. И, в общем, можно, в принципе, и даже детям применять, если есть в этом... Ну, детям, я имею в виду, подросткам там, если есть показания, я имею в виду не маленьким, конечно, там, младенцам. Но здесь как бы ключевой момент – поврежденная чем-то кожа, да, поврежденный иммунный ответ, когда что-то агрессивное использовалось, например, или внутрь принималось, да, например, системные антибиотики, они же системные действия имеют, они иммунитет снижают местный и у кожи. Да. Вот, поэтому здесь как раз... После таких вот курсов этих препаратов, после болезни, сейчас многие там болеют простудными заболеваниями, в том числе даже и коронавирусной инфекцией, и потом наблюдают у себя какие-то проблемы с кожей, там, допустим, какую-то непонятную иммунореактивность неадекватную, да, вот как раз пробиоскин бывает, что в таких ситуациях очень даже оправдан. Ну, вообще не обязательно пробиоскин, а любые средства хорошие, которые содержат про и пребиотики наружного применения. Поэтому здесь как раз тоже имеет смысл обратить внимание. Вот, скажем так, гель увлажняющий – это... Многие его знают, да, по нашему старому препарату. Гель увлажняющий плюс, это его, можно сказать, прошедшая апгрейд-версия, которая еще более гипоаллергенной стала. И, собственно, туда добавился компонент фукагель, который несет как раз функцию антиполюшен и влагоудерживающие хорошие у него свойства. Гель увлажняющий плюс в первую очередь применяется чаще всего для ухода за молодой кожей и для, собственно, подростков, у кого нет проблемной кожи, да, которым просто нужно хорошее увлажнение. Вот. Ну, подростков не обязательно, там, до 25-28 лет, когда там, ну, особо не нужны какие-то супер глубоко проникающие и антиэйдж компоненты в косметике, вполне иногда достаточно гель увлажняющий плюс. Он очень комфортный, он тоже безумно экономичный и, в общем-то, очень недорогой, потому что он продается минимального объема, это 100 мл такой, да, и, в общем, тоже текстура у него легкого геля. Несу, ну, такой прям. Вот, и как пробиоскин по текстуре. Вот, и, естественно, вот этого одного полпшика на все лицо и шею хватит, еще можно локти помазать и все остальное. Вот, поэтому очень такой универсальный и недорогой. Ну, в кабинетах, естественно, мы его применяем, когда к нам аллергики приходят, и, в общем, нужно какую-то процедуру аппаратную сделать, и не хочется брать какой-то комплексный, сложносоставной активный гель, там, например, как антивозрастной нео, там, или еще что-нибудь в этом роде. Мы берем для начала, для первой, там, первых двух процедур, например, увлажняющий плюс, смотрим за реакцией кожи пациента, потому что иногда он говорит, что у него там на все он реагирует, а на самом деле там не больно-то реактивная кожа, да, и можно уже что-то вводить более интересное. А есть действительно, которые прям с очень реактивной, а здесь у нас лаконичный предельный состав, гиалуронка, алоэ и фукагель, поэтому здесь, в общем-то, мало очень риска, если мы какую-то процедуру должны аппаратно, например, провести, и нам нужно средство, который хорошо работает на коже лица, но при этом не имеет каких-то лишних компонентов. Вот, Ceramid Skin Saver, восстановление барьерной функции, прямое отношение к нему имеет. Многие его уже попробовали зимой, как средство барьерное от мороза. Вот, это такой безводный гель. Сейчас покажу, может быть, получше. Ну, так, конечно, по камере это сложно. Он такой маслянистый, и когда вы его впитываете в кожу, то есть там масла фактически, масляно-силиконовая основа и биоцерамидный комплекс как раз с фитостеролами, с церамидом запатентованным. И, в общем, в принципе, такой состав именно для такой атопичной пересушенной кожи. Барьерный вариант. В кабинете, понятно, мы его используем, чтобы закрыть чувствительные участки, когда пилинг проводим, или там, допустим, в реабилитационном периоде после пилингов, когда уже первые дни там используем, допустим, только регенерацию, а уже когда корочки образуются, нужно что-то жирненькое сверху, чтобы они смягчались. Вот как раз Ceramid Skin Saver можно подключать. Вот. И, в принципе, он отлично
благодаря своему составу, вот кто пользуется, например, косметикой, я-то не активный юзер декоративной косметики, а вот кто там визажист, еще они очень оценили его как праймер под макияж, потому что фактически масло, силиконы, это силиконы летучие, прошу заметить. Силиконов многие боятся, на самом деле, а силиконы бывают разные. На самом деле, честно говоря, даже тяжелые силиконы а-ля Диметикон, они на большинстве кож не влияют никак негативно и даже поры не забьют. Просто зависит от количества и как вы вечером их смываете. А здесь силиконы, они другие. Это летучие силиконы, циклопентасилоксан и диметиконол. Они нужны для того, чтобы вот эти масла не оставались жирной пленкой на коже. Они улетучиваются с кожи через там пару минут после нанесения. И вместо маслянистости мы получаем на коже такую бархатистость. Вот. Ну, то есть уходит вот это вот масляная текстура, и остается только бархатный финиш. И как раз вот под мейк, под макияж очень хорошо оценили тоже Cermix Skin Saver, что это не просто праймер, да, еще и с ухаживающими компонентами, которые восстанавливают кожный барьер, тоже как бы шикарная вещь. Именно как праймер его использовать, например. Вот, следующий препарат – это крем для комбинированной кожи с SPF 15. Он у нас в линии Home Care. Не буду подробно на нем останавливаться. В принципе, он очень похож по составу на наш увлажняющий крем. Просто у него чуть более легкая текстура и немножко другой запах. Поэтому, кто, например, любит наш увлажняющий крем, а кожа комбинированная или даже склонна к жирности, можно попробовать крем для комби с SPF 15 Home Care, скорее всего, понравится. Вот, антиоксидантный коктейль Vitamatrix, это тоже Home Care, сейчас не буду подробно. И вот такой анонс, которого я сама жду, не дождусь просто. Прям вот обещают уже вот чуть ли не на этой, не знаю, на следующей неделе, CC-крем Smart Color, Smart Color SPF 25. Вот, кстати, с ним к вопросу о регистрации СПФ, да, о проверке СПФ произошла как раз такая история, когда мы планировали, что будет там 30, например, а экспертиза показала, что там в районе 27, что ли, или 26. Ну, в общем, короче, для ровности поставили 25 на этикетке. Вот, как бы, потому что мы всегда честно пишем, какой СПФ. Если есть СПФ, значит, мы его точно проверяли. Вот, и это на самом деле такая классная вещь, что я даже свой опытный образец принесла и попробую вам показать. Это крем, который имеет сосудоукрепляющие компоненты. Там как раз термостермофилюс фермент. Это такой компонент, который называется венуциан или венусин, по-другому произносит, который повышает устойчивость к ультрафиолету. Да, его очень многие ждут, Татьяна, на самом деле. У нас все эти чаты наши там, все соцсети просто развиваются когда. И он дает... Мало того, что сияние светоотражающей частички, да, он успокаивает кожу. И он имеет пигментные микросферы, которые лопаются в момент нанесения и дают вот этот такой как бы полупрозрачный ровный тон. На самом деле, сейчас я попробую это показать. Вот он беленький такой, да, мы его наносим. И когда мы его начинаем растирать... Я просто не знаю, как камера. Вот, наверное, уже видно, да? Белый превращается в такой бежевенький. Вот. И он очень комфортный, он легкий, он такой прямо дает такой прям вот ухоженный, такой холеный, такой лоск на лице на самом деле. И, в общем... Мы все очень его ждем. И самое главное, что он еще и активные компоненты в составе содержит. Вот это вот, вот эти пигменты, над ним работали долго, ну, в районе года где-то. Вот, тоже нас немножко подвели в сырье, благодаря, из-за пандемии. Вот, мы, честно говоря, его хотели выпустить еще ранней весной. Он уже был готов фактически. И, ну, то есть уже тестированы, даже зарегистрированы, но вот эти самые пигментные микросферы мы ждали, наконец они приехали. Вот, и, в общем, скоро он выйдет. Он уже есть у нас на сайте, как в предзаказах, там, мне кажется, его можно заказать даже. Вот, кстати, когда вот с этой скидкой нашей вебинарской, если захотите, мне кажется, можно его будет заказать как предзаказ. Но это надо звонить, наверное, менеджерам выяснять. Вот с продажами я не связана, поэтому вот таких технических подробностей тут не скажу. Вот. И так, тут какой-то вопрос прилетел по поводу витилиго, Лина. Вот, сейчас отвечу. Так,
Что можно использовать в нашей косметике? На самом деле, конечно, средств наружных, которые бы убрали витилиго, их практически не существует, естественно, да, выравнивается обычно общий тон. То есть либо защищается кожа от солнца максимально, чтобы вот это вот контраст, либо наоборот, как бы человек как бы загорает, и эти пятнышки становятся более видны, да, и тогда нам нужно просто использовать какие-то отбеливающие средства для тех зон, где нет гипопигментированных зон, да, вот, поэтому, в принципе, на самом деле, ну, витилиго – это не такая патология, при которой, например, что-то прям запрещено. Конечно, не всегда рекомендуются агрессивные средства, потому что гипопигментированные зоны, они зачастую обладают более повышенной чувствительностью, вот, и поэтому здесь что-то мягкое, что-то такое не… как говорится, агрессивная. Вот, как раз можно рассмотреть вот те препараты, которые вот из этого вот блока, да, те же самые и пробиоскин, и как раз защита от солнца мультипротектором 50+. Здесь все, в принципе, может подходить. Ну, учитывая то, что это мальчик, да, то как бы там может какие-то проблемные дела на лице быть, да, тогда мы можем банально Демотен тот же самый использовать. То есть здесь нет каких-то вот конкретно ограничений, но выровнять вот эту градацию между гипопигментацией и нормальной кожей при витилиго, к сожалению, практически не под силу наружным препаратам, поэтому здесь я ничего чудесного не скажу. Как бы здесь как раз в основном, ну, как-то уход не отличается от ухода за кожей, просто по типу кожи и так далее, да, то есть это не та пигментация, с которой мы работаем, например, при помощи Brightening Skin и так далее. Вот здесь просто главное защищать гипопигментированные участки от солнца, потому что они не имеют собственной такой хорошей защиты. Вот, поэтому здесь как раз защита от солнца, это, наверное, ключевой момент. Вот, думаю, что я ответила на наш вопрос. Вот, и тут как бы по поводу CC-крем, да, я уже ответила, да, что мы над ним работали долго, но могли бы и чуть меньше, если бы, ну, могли вовремя его выпустить, да. Так что вот этот я прям советую всем попробовать, женщинам, кто любит такой полупрозрачный тон. Вот, пожалуйста. Кстати, можно вопросы, если они прям кидать прям в общий чат, потому что когда я перехожу с вкладки на вкладку, иногда может что-нибудь сброситься. Наверное, удобнее просто в общий чат все писать. Вот. Смотрите, кому необходимо, да, прям такой слайдик. Вот. Да, расскажу про нижнюю треть. Вот, слайдик с пробиоскином, да, чувствительная кожа, воспаление, как я уже говорила, да, при снижении иммунитета, гель увлажняющий плюс, аллергики. Нормальная, сухая, молодая подростковая кожа, беспроблемная кожа. Либо, например, летом очень хорошо, когда нужна летом легкая текстура, увлажняющая. Кто-то привык, например, зимой, там весной использовать крем, да, а летом жарко и, в общем, хочется что-то легенькое. Вот как раз как ночной можно использовать. А утром как сыворотку под SPF, если кожа теряет влагу интенсивно, да, и, например, кожа молодая, но неохота там использовать более дорогостоящие там интенсив омоложения, и особенно она и не нужна как бы особо лет до 28-30, поэтому и 3D-увлажнение то же самое. Можно попробовать начать с геля увлажняющего плюс. Церамид Skin Saver, поняли, да? Атопики, сухая кожа, включая сухие участки на коже, то есть губы, кутикула, там, локти и все прочее. Ну и там уже профессиональный уход. Мультипротектор подходит всем и без исключения. Несмотря на то, что он oil-free, казалось бы, мы его больше хотели, чтобы он точно подошел тем, у кого комбинированная жирная кожа, но это просто от того, что тем, у кого сухая и нормальная, подходит все подряд. Вот, а того, у кого комбинированная и жирная, очень сложно подобрать SPF, чтобы он не жирнил тебе лицо. Вот, поэтому здесь как раз важно то, что мультипротектор, он и для сухокожих, в принципе, комфортный. Ну, при желании можно под него какую-то увлажняющую сыворотку нанести, ту же самую интенсив омоложения, да? Вот, или 5 пептидов, к примеру. А например, для жирнокожих, ну, вот те средства, которые для сухокожих подходят, они вообще никак не подойдут, потому что сразу будет делаться из тебя жирный блин, как мы говорим.
Вот, поэтому здесь как раз очень важно, я сама как обладатель всю жизнь комбинированной склонной к жирности в Т-зоне, по крайней мере, кожи, в молодости она еще жирнее была, я, конечно, очень рада, что такие текстуры вообще SPF стали появляться, и тоже, кстати, разрабатывали достаточно долго его, именно выходили на тот уровень, чтобы при таком высоком солнцезащитном факторе сохранить возможность сделать текстуру без жиров, то есть полностью oil-free. Это на самом деле технологически очень сложно. Проще сделать жирненький крем с SPF, да, он будет давать хорошую защиту, но при этом он будет фактически масляной пленкой на лице. А oil-free это очень тяжело и сложно, но, в общем, смогли. У нас хорошие химики-технологи для этого есть, квалифицированные высоко. Крем для комбинированной кожи с SPF 15, понятно, что он подходит всем обладателям нормальной комбинированной кожи при УФ-индексе. Не выше 4, да, 2 до 4. Мультипротектор нужен, когда выше 4. Вот, соответственно, CC-крем с SPF 25, он пойдет тоже где-то до 6, с 4 до 6, где-то такой диапазон. Ну, соответственно, и меньше, и как бы, если вы недолго на солнце находитесь, то и больше. Но, естественно, как говорится, если уже выше 6, 6, 7, 8, ну, то есть, грубо говоря, вы загораете под активным солнцем в активное время, да, в дневное прям совсем, то тогда лучше, конечно, мультипротектор. И антиоксидантный коктейль Витаматрикс, еще такой вот у нас есть крем, который тоже можно отнести в этот блок, как антиполюшн, то есть защита от проявления стресса, да, то есть именно антиоксидантная защита. Там витамины А, С, Е, там светоотражающие частички, которые вот этот софт-фокус, такой эффект блюра дают, как эти светоотражающие частички, и в CC-креме у нас есть. Вот. И, собственно, он как раз хорошо подходит не только для комбинированной, то есть он легкий, но его любят и сухокожие, и с нормальной кожей люди. Он дает такой как бы эффект, ну, кто любит, как сейчас вообще на самом деле несколько последних лет в тренде, эффект якобы голого лица, ухоженной кожи, вот это вот сияние здоровое, то есть не когда ты блестишь как хайлайтер, а когда именно такой вот как бы эффект фотошопа. И он как раз такой, как хороший дневной вариант, когда не нужно, например, закрывать SPF. В принципе, его можно наносить при желании, как говорится, и под декоративную косметику. Естественно, если декоративная косметика матирующая, то эффект вот этот вот светоотражающих частичек сияния, он уйдет, да, блюр останется, в принципе, он выровняет тон немножко, но он не тональный, надо понимать, антиоксидантный – это уходовый крем со светоотражающими частичками, но он не, Татьяна, многим нравится Витаматрикс, его прям многие любят, особенно те, кто, ну, в порядок свою кожу привели, да, им тональные средства не нужны, да, вот Витаматрикс очень хороший вариант в этом случае. Вот. Его, конечно, я говорю, под декоративку хорошо многие используют, просто как антиоксидантный такой именно базовый крем. То есть антиоксидантный коктейль – это не сыворотка, это крем. Вот это надо понимать момент. Перешли к телу постепенно, да? Антицеллюлитный гель, скраб, гель для интимной гигиены у нас вышел. И сюда же я, в принципе, отнесу, в слайдике я его не включила, гель для моделирующий гель для нижней трети лица, да? Могу сразу сказать, что его, конечно, можно носить, не обязательно прямо вот на нижнюю треть, его можно прямо от скул вниз наносить. При желании можно вообще наносить на все лицо. Вот, наверное, с него и начну. То есть гель моделирующий на нижней трети. Если кто-то использовал наш термоинтенсив, который в кругах, так сказать, наших активных пользователей называют неприличным словом «горе-жопа». Вот, не знаю, YouTube меня простит, там народ в каких-то подкастах даже нецензурно выражается. Я всего лишь наше кулуарное название термоинтенсива произнесла. Вот, но на самом деле нам даже звонят клиенты в отдел продаж и спрашивают именно тем названием, а не тем, что стоит в прайсе. Вот, что смешно. И антицеллюлитный гель, который у нас с разогревающим компонентом и тоже с комплексом пронолен, с сосудоукрепляющими компонентами, с дренажными компонентами, с кофеином, он имеет разогревающий компонент ванилил-бутиловый эфир. Вот, благодаря этому он хорошо, глубоко и долго греет, и, в общем, разная интенсивность этого разогрева, ну, про него много уже сказано, всегда его уже достаточно давно используют, даже
где-то там статьи какие-то на Хабре про него написали, какой он крутой. Но, собственно, его интенсивность разогрева зависит, конечно, от способа применения. Просто мы наносим или после скраба, или после на разогретую кожу после ванны или душа, или мы под обертывание используем. Все способы применимые, надо ориентироваться на свой порог чувствительности. Вот. А гель, моделирующий для нижней трети лица, вот, тоже такой вот он по текстуре. Очень экономичный, очень приятный. Хорошо очень, кстати, увлажняет, именно укрепляет кожу даже за счет увлажнения. Это хорошо влияет на вот, когда кольца Венеры, да, то есть чем лучше мы увлажним, укрепим, тем менее они будут выражены. Он фактически, это антицеллюлитный гель наш термоинтенсив, но только без разогревающего компонента. Там есть, конечно, свои нюансы по формуле, да, которые больше рассчитаны на кожу все-таки лица и шеи, а не попы или бедер. Вот. Но у него на самом деле очень комфортная вот эта текстура, он не греет. Носить его желательно, конечно, вообще оптимально с лимфодренажиком. У меня есть где-то во влоге, если кому интересно, видео посмотреть. Ну, можно и не обязательно мои, на самом деле, видео с хорошим лимфодренажем, даже более продвинутым, много на просторах Ютуба. Но у нас, когда был карантин, мы вот в рамках видео «Сам себе косметолог» выкладывали всякие такие штуки. Вот, у меня там есть 5-минутное видео, которое себе можно утром, вечером, или там, например, только утром или только вечером делать, буквально там из 5 движений состоящие, когда мы прокачиваем лимфоузлы регионарные, наносим средства, вот как раз его можно наносить, и дренажем, собственно, постепенно все лицо, да, по линиям, соответствующим коллатералям лимфатических сосудов и расположению регионарных лимфоузлов. И, собственно, можем как раз использовать этот гель. Да, вот смотрите, Анна, у нас и на Озоне, на Вайлдберрисе бывает смотрят люди, где в данный момент дешевле, и там и покупают. Да, вот, и так что вы можете сравнить, например, как удобнее там на Озоне взять что-то, да, или, например, вот сейчас как у участников вебинара с вот этим промокодом, да, который я вначале давала, и в конце вебинара еще раз его скажу, потому что мы просто в YouTube не выкладываем промокоды, поэтому его спереди, сзади вебинара отрежут потом, вот если он выйдет раньше, чем промокод закончит свое действие. Ну, как бы, и вот, когда суммируем вот эти вот промокоды, да, я так понимаю, что тот, который вебинарский, и плюс еще вот тот, который от 3000 вездеход, как раз получается тоже хорошая скидка. Но если, например, на маркетплейсах получается дешевле, почти тоже за доставку не надо платить, то я как раз только за то, чтобы заказывать на маркетплейсах. Вот, потому что удобная доставка – это полдела, если не 90% успеха. Смотрите, в общем, моделирующий для нижней трети, кому показан, да, у кого есть склонность к отекам, к отечности в первую очередь, да, у кого есть вот именно жировые локальные отложения, у кого есть дряблость кожи в этой зоне, кольца Венеры, вообще дрябловатая шея, вот это как раз очень классный вариант. Поверх него, кстати, он как сыворотка впитывается, можно потом, если нужно, крем нанести, вот, он не скатывается под тональными средствами, под большинством из них. Вот, поэтому вот его так и можно использовать. Но хорошо его, конечно, вот использовать с утра и с лимфодренажиком, вообще замечательно. Уменьшает действительно вот эти вот объемы, дряблость. Понятно, что, опять-таки, чтобы не было завышенных ожиданий, надо понимать, что всему есть свой предел и ресурс. Да? Если там у человека лежит 3 спасательных круга на плечах, да, к сожалению, мы при помощи любого косметического средства и даже некоторых аппаратных воздействий, ну, не избавим его от этого, тем более быстро. Вот. Тут как бы все в комплексе должно быть, и какие-то диетические дела, да, то есть коррекция там, и гормональный фон может гулять из-за этого, например, откладывается жир где-то локально в жировых ловушках. То есть здесь много всяких может быть причин, но укрепить кожу, очень интенсивно ее увлажнить, подтянуть вот эту зону, да, если мы применяем постоянно его, он способен, он действительно работает очень хорошо за счет именно улучшения кровообращения в этой зоне и, соответственно, липолиз жиров косвенно всегда, ну, как все антицеллюлитные средства работают, да, я это тоже миллион раз рассказывала, что мы же не доставляем непосредственно в адипоцит, в жировую клетку, активные компоненты, мы просто улучшаем кровоток в дерме и дренажем, то есть лимфатические сосуды у нас, как говорится, у нас лимфа начинает быстрее течь, мы какие-то манипуляции проводим, да, чтобы продренажить эти зоны проблемные. И когда мы улучшаем кровоток, например, и избавляем жировые клетки от сдавливающего их отека,
то липолиз жиров ускоряется, соответственно, у нас жиры расщепляются и, собственно, как положено, им через печень скалом выводится из организма. Вот, то есть вот так работает вообще антицеллюлит. Соответственно, скраб энергии обновления – это помощник антицеллюлитного геля, когда нам нужно отшелушить кожу, плюс мы его можем использовать, естественно, и для профилактики вырастания волос, когда делаем процедуры депиляции. Кроме того, как говорится, энергия обновления – это такой лайфхак использования оффлейбл, достаточно известный уже многим, благодаря отшлифованному вот этому мягкому, и когда его много-много, такой полирующий абразив, естественно, жирная комбинированная кожа с гиперкератозом, мы прекрасненько его используем на лицо, несмотря на то, что это скраб для тела. Вот. И, собственно, у меня тут тоже где-то есть, пахнет вкусненько апельсинчиком, и он вот такой вот. Сложно, конечно, показать, но видно, что там нет прям вот крупных частичек, а они прям мелкие-мелкие, и они полируют кожу, то есть не царапают ее, как вот большинство скрабов, где там возишь-возишь, а там две частицы бегают и не затрагивают половину кожи, которую ты пытаешься обработать, да? А здесь как раз такой именно полирующий эффект. Более того, мы можем, даже если нет, например, кабины душевой в кабинете, когда мы по телу его используем, можем его даже не смывать, потому что там все компоненты, которые, в общем, для кожи полезны, они тоже антицеллюлитные и очень похожи на те компоненты, которые в антицеллюлитном геле. Просто когда у нас он впитывается, мы его вот так вот взяли кисточкой большой или просто рукой стряхнули, и все. И кожа гладкая, мягенькая, и не нужно его смывать. Но при желании можно и смыть. Вот когда на лице использую, я люблю смывать. Вот. Гигиена у нас еще вышел. Тоже классная штука. На самом деле, и как по прямому назначению, и в применении off-label. Я там следующий слайдик сделала как раз по применению off-label, но расскажу сейчас. То есть это мягкий очищающий гель, наподобие нашего очищающего геля, который все любят уже много лет. Но он имеет более низкий pH. У него pH 4,5, который является оптимальным как раз для интимной зоны женщин. Вот, чтобы у нас там палочка Дендерлейна процветала, а не Кандида Альбиканс. Вот. И, собственно, молочная кислота, которая как раз палочка Дендерлейна, лактобактерии, вырабатывают, она там присутствует, и как раз она занимается снижением pH плюс успокаивающие компоненты. То есть можно использовать девочкам в подростковом периоде, да, когда начинаются вот эти все гормональные сбои, можно использовать женщинам, можно как раз, ну, гели для интимной гигиены, сразу могу сказать, востребованы более все-таки либо как раз вот девочками, подростками, детей не надо мыть гелями, потому что у них другой немножко более щелочной pH до пубертата, а потом уже начинает в кислую сторону снижаться. Вот. А вот когда уже менопауза, преминопауза, когда уже климактерический период наступает, там проблемы, конечно, у женщин с сухостью влагалища, с сухостью кожи вокруг, и, в общем, это на самом деле, конечно, корректируется гормональными кремами, зачастую не корректируется, зачастую очень выражено, и, конечно, там уже гели для интимной гигиены напрямую нужны, вот, потому что обычные гели для тела, они могут еще дополнительно пересушить, потому что там, как правило, лауретсульфат, как моющий агент, используется, в отличие от хороших гелей для интимной гигиены. И pH у них высокий, щелочной, и, в общем, как говорится, там уже специализированные средства просто необходимо. Вот. А для всех остальных, по желанию, естественно, можно его использовать, но основной лайфхак то, что так как это прекрасное умывающее средство с кислым pH, его можно использовать на лицо при проблемной коже. Вот. Это как раз все сразу заценили, кто у нас были в группе испытуемых, и, в общем, мамы тестировали его, или бабушки, как гель для интимной гигиены, а ребята-подростки мыли им лицо. Вот. И применение off-label, да, такой слайд, то, что я обещала. Антицеллюлитный гель мы можем использовать при миозитах, там, когда растянули что-то, когда занимаемся спортом, опять-таки перед занятием спортом для разогревания мышц. Также можно, если простыли, да, согревать стопы, как раньше наши бабушки клали нам горчишники в носки, это было жестоко. Здесь как раз будет мягкий такой хороший разогрев, он рефлекторно будет действовать на все вот эти вот активные точки, которые находятся
находится на стопе, в области икры тоже лучше намазать, когда мы хотим согреть ноги. Вот. Естественно, при этом не должно быть у человека, когда мы используем согревающие процедуры, у человека не должно быть высокой температуры, это надо помнить. Важный момент. И, конечно же, вот такой, в общем-то, банальщина, конечно, но вот мы вынуждены где-то на морозе, например, сейчас это не актуально в 30 градусов жары, но постоять, например, подождать автобуса, на котором твой ребенок приедет в занятие, да, мы можем нанести на ножки и хорошо, как говорится, комфортно подождать. Вот так тоже можно. Или там, допустим, замерзли-перемерзли тоже, нанесли на ноги вот этот вот согревающий гель на стопы. Это вот как раз варианты применения его off-label. Скраб энергии обновления при гиперкератозе лица, как я уже говорила, очень хорошо работает, слушает. Конечно, скрабы надо с большой осторожностью применять на лице. Вот. И, в общем-то, при сухой чувствительной коже, может быть, и не стоит скрабировать ее. Да и при жирной комбинированной не чаще, чем раз в две недели. Но иногда это нужно. Например, разрыхлить энзимной маской, потом скрабиком пройтись, и кожа будет идеально гладкая. Вот. Когда к этому есть склонность, да, к гиперкератозу, когда так такая грубоватая кожа. Как спа-процедура для рук, например, в салоне, да, мы, косметологи, очень любим, когда мы делаем какую-то процедуру на лице, и потом у нас клиент лежит под той же самой альгинатной маской, можно бонусом, например, сделать уход за руками. Главное просто проследить, чтобы до того, как пациент к вам на кушетку ложится, чтобы он эти руки помыл, чтобы он с чистыми руками лег. Вот, мы можем сделать скрабом, проскрабировать, да, сделать массажик, да, хороший, да, то есть как бы каждый пальчик пройтись, да, все сделать, потом стряхнуть, не смывая вот этот скраб, когда он впитывается, его основа, да, и нанести тот же самый наш, где-то он у меня тут стоял, видимо, далеко не, ну, спа-апельсин, конечно же, да, наш спа-апельсин, апельсиновый вкусненький жирненький кремчик, тоже нанести или сделать, например, обертывание под пленочку там каким-нибудь кремом-парафином или парафином и сделать такой дополнительным бонусом краткий уход за руками, за кистью, да, за кутикулой, и пациент станет не только с обновленным лицом, но еще и ручки в порядке будут. Вот. Так что, да, апельсин, он прям очень приятный, и как бы и как просто в домашнем уходе, и даже массаж, если по нему делать. Понятно, что массаж мы длительный, конечно, по нему не сделаем, либо его просто очень много придется использовать, но на там 15-20 такой легкий массаж, даже на 25 минут, столовой ложки крема спа апельсин хватает. Вот. Ну, а так многие его, конечно, как ночной используют для сухой нормальной кожи. Вот. И, собственно, вот это то, что я хотела сказать про применение off-label. Вот, The You. Очень хотела рассказать про эту линию. Вот, у нас, конечно, сегодня много-много материала, но я надеюсь, что вы дождетесь конца. Кстати, заодно промокод снова узнаете на 10% на косметику, которую я вначале говорила. Вот, The You – это новый бренд, гельтековский бренд, но это не профлинейка, а это линейка натуральной косметики. То есть там соблюдаются все требования по натуральной косметике, то есть специальные консерванты, специальные ингредиенты, которые проходят все вот эти вот требования, которые регламентируются для натуральной косметики. Вот, там большинство компонентов натуральные, то есть натуральная косметика, она не на 100%, конечно, состоит из натуральных компонентов, могут быть какие-то синтетические, но они должны обязательно не тестироваться на животных. Они, ну, на самом деле, по-хорошему, и Гельтек основная линейка не тестируется на животных, потому что у нас просто в России, ну, нет таких требований, мы не в Китае живем. Вот, и в основном тестируются ингредиенты на безопасность на культурах клеток. И, собственно, самые косметические средства готовые могут тестироваться на культурах клеток. Но некоторые ингредиенты, например, они могут тестироваться самим производителем на животных. И несмотря на то, что средства, например, не тестируются на животных, а компонент на животных тестируется, то когда бренды заявляют, например, что их SPF там 50 с лишним не тестируется на животных, да, они-то его не тестировали, но сами SPF, да, фильтры, составляющие, да, UV-фильтры, они тестируются.
на животных, на безопасность, то есть на рыбках, чтобы там рыбки, условно говоря, не страдали, когда смывается этот СПФ, например, в море, да, в океан. На там кроликах, крысах тестируют определенные ингредиенты сами производители сырья, естественно. Я не имею в виду производителей косметики. У нас в России не требуется тест на животных для безопасности именно готовых продуктов. Вот, тестируются на действительно раздражающую способность, там, кораллы тоже, там экологичность, да, на кораллы влияет, да, выбеливают там, например, фильтры, эти кораллы портят их, да, они там, коралловые рифы страдают от серферов, намазанных, например, СПФ, да, вот, и, собственно, здесь вот такой тонкий момент, то есть мы можем сказать, что да, мы там бренд эко и все прочее, которые не тестируют на животных, да, но при этом могут какие-то компоненты сырья тестироваться на них. Вот. Но в натуральных, как правило, сериях стараются, чтобы и компоненты тоже все-таки на культурах клеток больше тестирования были, а не на несчастных кроликах. Вот. Соответственно, почему The You? Это такое немножко название. You – это ты вроде как бы, да, то есть для тебя, на самом деле, по концепции можно зайти подписаться, например, на Инстаграм, The You у нас отдельный Инстаграм, наши молодые, продвинутые, в общем, сотрудники, маркетологи, которые ведут эту страничку, они на самом деле искренне болеют за экологию, за экологичность, я тоже болею, мы все, конечно, хотим, чтобы у нас не экологическая катастрофа была на Земле, а чтобы мы еще и наши внуки, и правнуки, и пра-пра-пра жили долго и счастливо, вот, и надо, конечно, всегда начинать с себя. И, в общем, с этим брендом мы хотим вот эту поднять тему все-таки и переработки вторичной пластика и прочее, и прочее. Вот. Спасибо большое за комплимент. Вот. И здесь как раз и косметика, в общем, с тенденцией к минимализму, к четкому такому прицельному воздействию. И в то же время соблюдение всех вот этих вот эко-принципов, да, начиная от вторичной переработки, заканчивая отсутствием тестов на животных и натуральностью ингредиентов и, собственно, лаконичностью этих составов. Но на самом деле, что мы хотим как потребитель, да, чтобы был эффект и было приятно пользоваться. Это все у бренда есть. Четыре первых средства. Самая первая ласточка была. Это You Fresh Head, это такие, кстати, англоязычные такие немножко названия, такое немножко такая космополитичная тема. Ну, нас любят молодые вот эти всякие англицизмы и прочее. Вот, я иной раз даже прошу старшую дочь перевести, что вообще они там имеют в виду, когда разговаривают на своем сленге. Вот. Молодежь. Ну, в общем, ну, звучит красиво. Вот, и the you, это значит, ну, в общем-то, ты для тебя, там, в общем, такое. Значит, что здесь у нас хорошего? Здесь у нас первое, единственное средство, которое Гильтек выпустил для волосистой части головы. Мы, конечно, если не используем вообще никаких укладочных средств и так далее, не страдаем гиперкератозом, там, перхотью и прочее, то, в принципе, можем обойтись без скраба для волосистой части головы. Но, например, кто делает укладки, использует укладочные средства, всякие спреи, там, вот эти вот, которые держат объем там, и прочее, воски. Конечно, это все попадает на... Кстати, кто пользуется силиконсодержащими бальзамами, тем же самым. Волосы они делают гладкими и хорошими, да, но попадая на кожу головы, они закупоривают поры и, в общем, мешают волосяным фолликулам освобождаться от роговых чешуек, соответственно, мешают росту волос. Иногда может даже это спровоцировать замедление роста волос. Я уж не говорю об алопеции. Как правило, алопеция все-таки гормональные причины имеет. Вот, или какую-то агрессию другую, но, собственно, более такие глобальные моменты. Но отшелушивать кожу головы теоретически нужно, да, многим, потому что действительно, когда, ну, парикмахеры, на самом деле, такие, которые и уходом занимаются, так, которые, в общем-то, не просто постриг и отправил, да, клиента, они всегда советуют, и замечу, не которые продают косметику, да, а просто которые работают, и, то есть у меня есть тоже знакомые, именно кто работает в этой области,
Советуют скрабы использовать, когда особенно вы много укладочных средств используете. Для того, чтобы освобождать периодически кожу головы от вот этих вот роговых чешуек, закупоренные поры, чтобы там не были, да, и чтобы вот эти остатки укладочных средств, которые там слоями покрывают все это дело, вот, чтобы их оттуда убрать. Вот. И какое требование основное к скрабу для головы, да, чтобы не нужно было потом вычесывать эти скрабирующие частицы. Вот. Для этого используется соль. Соль здесь морская, очень приятная, она не щипит, не раздражает кожу. Вот. И куча всяких еще полезных штук. Я вот специально со скраба начала. Сейчас скраб у меня вот здесь. Вот, прям вам слайдик сделала составом. Обратите внимание, что здесь не просто соль там и какая-то база, да. Здесь и успокаивающие компоненты, и пахнет он вкусно цитрусом, эфирное масло апельсина здесь добавлено. У меня, правда, два раза тут выскочил. Это да, как бы не совсем апельсин, а танжерин сорт его определенный. Вот, здесь есть масла авокадо и органы, здесь есть витамин А, как антиоксидант, он здесь работает. И здесь есть экстракты трав лекарственных. То есть здесь два купажа трав, то есть такие как бы комплексные активы, один успокаивающий, а другой такой стимулирующий, можно сказать, немножечко дубящий, да, то есть зерновой мелисса, подорожник, он такой как бы кожу на устойчивость, как говорится, стимулирует, а календула, ромашка, клевер, вот это все успокаивает, шиповник как антиоксидант тоже хорошо работает, вот, и плюс еще здесь компонент форнезол, который здесь и как эко-консервант работает в некотором роде, и предотвращает какие-то воспалительные процессы в зоне головы, то есть на самом деле такая простая достаточно штука, коробочка. Попробуем показать. Когда вы... Пахнет очень вкусно лимончиком таким, мандаринчиком. Вот. Ну, танжерин это фактически как мандарин. Вот. И он... сейчас попробую поднести. Такой, как бы... Его надо размешивать. То есть вот это там как бы верхний слой может быть чуть более жидкий. И вот там, получается, вот он. Да? И мы его размешиваем ложечкой, да, какой-нибудь чистый. Вот. И уже, когда размешали, уже вместе с этой солью мы по проборчикам наносим ее. Вот. И потом массируем, соль растворяется и спокойненько его смываем. Очень приятная вещь. Вот. И вот, как я говорю, особенно полезно тем, кто пользуется всякими укладочными средствами активно. Значит, со скрабом понятно. Вот. Что мне больше всего нравится? На самом деле, больше всего мне два препарата нравятся. Сыворотка и тоник шикарный вот этот вот. Он прям мне очень-очень понравился на тестах. Пахнет он, у него там ромашковая вода и ланг-ланг в составе. И такой очень нежный-нежный, еле уловимый, очень приятный такой натуральный аромат. Но самое основное в нем, в тонике, давайте уже с тоника начнем, потому что сначала у нас идет очищение, а потом уже... Сыворотка активная. Вот. Must have назвали. Must have тонер. Вот. Тоже дань молодежи. Must have я слышу очень часто от детей. Это название. Вот. Этот термин. Имеет слабокислый pH. Как, ну, то есть он, в принципе, на основе гидролата сделан. Гидролаты все изначально имеют слабокислый pH. Должны иметь. Вот. И здесь тоже вот этот вот успокаивающий купаж используется. Календула, клевер, липа. 150 мл нормальный объем, он достаточно долго расходуется, и в принципе вы можете его использовать и как на ватный диск, как обычный тоник, да, вот, и можете, ну что, у нас соточки, есть же наши тоники, и его можно перелить, например, в спрей, например, из-под тоника с гидролизатом коллагена алоэ вера, что я дома и сделала, вот, и орошать себя им после умывания или в течение дня, как гидролатом просто. У него на самом деле здесь, даже если он случайно пойдет в глаза, он даже не будет щипать, здесь используется как консервирующий агент, консервант, который консервирует капли для глаз. Вот, это мне объясняли наши химики-технологи, вот, что здесь прям очень-очень мягкий вот этот вот идет и консервирующий агент, который, опять-таки, разрешен вот в эко-косметике использовать, и он не раздражает вообще глаза, то есть чуть ли не с открытыми глазами можно пшикать, и ничего не будет. Вот, и я вот люблю его
честно говоря, прыскать. Хотя я в последнее время люблю умываться так. То есть я умываюсь водой, да, с очищающим гелем или муссом. Последняя моя длительная любовь – это наши муссы. Я даже стала изменять гелю очищающему вот, с ними, потому что мне очень нравится вот эта пенка вкусно пахнущая. Вот, и моет он тоже хорошо. И я просто умываюсь, и потом вместо того, чтобы достать ватный диск, налить, протереть, я просто беру на ладошку чуть-чуть, вот, и еще раз умываюсь тоником немножечко, и потом промакиваю, ну, обычной салфеточкой лицо. Мне такой способ очень нравится. И люблю вот прыскать, конечно, вот. Так как здесь у нас нет дозатора со спреем, то можно в какой-то любой там мелкодисперсный дозатор, а некоторые даже покупают вот эти вот рефилы для духов и наливают туда тоник, чтобы с собой можно было брать в течение дня. Там такой мелкодисперсный спрейчик тоже, и можно себя вот им орошать. Такой лайфхак вам лично от меня. Вот. Значит, тоник, понятно, да, мягкий, успокаивающий и так далее. Вот. Про объем, да, вы считаете, что не очень, да? Ну, вы знаете, тут на самом деле палка о двух концах. Когда люди активно ездили, все скупали наши тоники в объеме 100 мл, а это еще меньше, чем 150. Вот. И эти флакончики не выбрасывали, переливали туда, например, из более больших упаковок что-то, чтобы сотку можно было с собой брать куда-то в самолет и так далее, вручную класть. Либо где-то в сумочке таскать, чтобы прыскать. Например, тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера очень часто все использовали тоже как гидролат для защитной кожи тоник, и чтобы опрыскивать лицо. Вот. Наверное, мне кажется, здесь большинство тоже будет переливать и носить в качестве прыскалки, но здесь еще преследовались цель, чтобы был эко-флакон, который подлежит вторичной переработке, все прочее, прочее. То есть здесь, наверное, еще на это повлияло. Вот. Ну, посмотрим, как говорится. Если многие, допустим, скажут, что вот мы прям хотим спрей сразу, и нам не нужен вот этот флакон, может быть, у нас придумают что-то и другое для него. Вот. Но вот второй любимчик из этой линии, это у меня, конечно, True Face Serum, то есть это неоцинамид 3% и аскорбилглюкозид. Это тоже купаж трав, как раз с наиболее таким антиоксидантным действием. Ну, здесь больше такая антиоксидантная. И очень хороший дренаж. На самом деле, вот эфирное масло лицея Кубебы, да, или Мейчанка еще называется он, это как раз про себорегуляцию, про дренаж и про отеки. Вот. И в некотором роде про сужение пор и выравнивание тона. И здесь как раз успокаивающе. На самом деле подойдет она нам за 40. Она, конечно, не будет ретинолом, она, конечно, не будет там осветлять кожу как brightening skin, но учитывая то, что здесь очень хорошая концентрация ниацинамида и аскорбилглюкозида, вот, плюс поддерживающие эти компоненты, она на утро, особенно летом, вообще супер вариант. Ну, естественно, конечно, 5 пептидов есть у нас еще как альтернатива, да, но их можно комбинировать. Можно, допустим, ее использовать, допустим, в один день, а в другой день, например, 5 пептидов. Или так как мы не используем сейчас, например, многие из нас не используют ретинол, я не скажу, что все, вот, то мы можем, например, ниацинамид с аскорбилглюкозидом использовать утром, 5 пептидов вечером, как вариант. Вот. Но что заметили некоторые люди, которые ею начали пользоваться уже, вот, они заметили, что здесь действительно очень хорошо выраженный дренажный эффект. И это очень хорошо работает, если мы вечером попраздновали. Это мне как раз со мной поделилась коллега вот этими наблюдениями от ее клиента, которым как раз 45-50+. И они как раз оценили эту сыворотку еще на этапе тестирования, когда давали тестировать, еще когда она не вышла. Именно с этой точки зрения, что сказали ей, что слушай, как она вообще хорошо, извиняюсь, с бодуната работает. Вот. И вот эти вот женщины, они явно не 25-летнего возраста были и тоже ее очень хорошо оценили. Ну, на самом деле, можно, конечно, смеяться, улыбаться. Понятно, что это не самый первый способ применения. Нам-то, конечно, чтобы дольше сохранить молодость лучше, как говорится, чтобы таких причин не было. Но, с другой стороны, отечность, например, утренняя, она может и просто от того, что мы чаю на ночь попили. Да? И здесь как раз это будет тоже работать и плюс еще улучшать цвет лица и так далее. У нас, на самом деле, на снятие отечности есть наш старый
добрый гель для кожи вокруг глаз, который тоже благодаря пептиду ассерилу хорошо работает на утреннюю отечность. И мы это все уже знаем давно. Вот. Но вот эта сыворотка, она такая более комплексная, что ли. То есть здесь как раз и увлажнение, и сужение пор, и немножечко выравнивание тона. Летом действительно must have. Вот. И крем здесь вышел. Крем Мегаполис с SPF 10. Ну, фактически у него SPF такой же, как у нашего увлажняющего крема. Но здесь как раз больше акцент сделан на антиполюшен. То есть здесь как раз лизаты бифидолактобактерии, как в пробиоскине. И чтобы усилить, например, его действие, можно даже пробиоскин под него, например, нанести, как вариант. Да? Вот. Но можно поступить по-другому. Утром использовать, например, Baby Face и поверх нее Мегаполис, да, например. Только нужно дождаться, чтобы Baby Face хорошо впитался, потому что некоторые наносят сразу, может скатываться. А Baby Face, он дает еще лифтинг такой небольшой, поэтому нужно подождать там хотя бы минут 10, и потом легонечко помассировав, вот, то есть не растирая кожу, нанести Мегаполис. Вот. И он тоже содержит лизаты бактерий, он содержит масла полезные, он содержит, опять-таки, вот этот же противоотечное эфирное масло лицейку Бэб или Мэйчанг. Он содержит полулан, как в сыворотке Active Lifting, и как, собственно, в крем-сыворотке для век, который дает тоже лифтинговый эффект дополнительно. У него есть светоотражающие частички, как в Витаматриксе. То есть это один из таких хороших кремов, я считаю, что больше с акцентом на нормальная, сухая кожа. Ну, может быть, комби, но надо пробовать, потому что для комби, может быть, для кого-то тяжеловато, для кого-то не тяжеловато, да. Вот по поводу миник я не знаю, Анна, точно, пока еще насчет пробников речь не шла, линия только вышла, будут ли там маленькие флакончики, я не знаю, еще с учетом вот этой эко-направленности, да, потому что не факт, что то, из чего сделаны тубы, можно перерабатывать, вот это я просто не знаю, поэтому не буду вам вас дезинформировать. Ну, если сделают, значит, хорошо, проще будет пробовать. Вот. Но вот что я прям очень рекомендую из этой линии, особенно если комбинированы склонные к жирности кожи, это тоник и Baby Face Serum. Сейчас на лето отлично. Вот. Ну и кому нужно скраб. Мегаполис надо пробовать, потому что кому-то может быть чуть потяжелее. Ну, то есть, если более сухая кожа, он понравится. И кто любит Витаматрикс, он понравится. Вот. А кто больше любит гели, там, кто любит больше такую совсем почти олл-фри текстуру, может быть, будет чуть-чуть жирноват. Вот, наверное, вот так, по ощущениям. Вот. Так что вот The You пробуйте. Она есть на всех маркетплейсах, она продается, естественно, у нас на сайте, как говорится, в аптеке.ру и везде, где только можно, как говорится, куда сейчас, собственно, можно найти, где можно гельтек, везде это все продается, бывают всякие акции, то есть смотрите просто, где дешевле, есть ли сейчас на данном этапе какая-нибудь акция или промокод на официальном сайте, ну, в общем, мы только за то, чтобы маркетплейсы, как говорится, делали какие-то тоже свои скидки, и людям было удобно, комфортно, не заморачиваться с доставкой курьером, например. Вот, едем дальше. Наборчики. Вот у нас сейчас вот эти вот любимые всеми 5-миллилитровые пробнички, так называемые. Ну, хотя, например, пробничком с сывороткой интенсив омоложения можно полторы недели пользоваться, или 3D увлажнение вот этим вот. То есть вполне себе хватит, чтобы составить свое впечатление. Например, конечно, если в пробничке 5-миллилитровом там маска акваудовольствия, то ее хватит на один раз, потому что ее толстым слоем надо нанести на все лицо и шею. Там, если энзимная маска, ну, скажем так, двух пробничков 5-миллилитровых хватает на три раза. То есть три недели, там, раз в неделю, или там, допустим, если два раза в неделю, то это получится 2 недели использования. Вот, то есть, когда мы хотим познакомиться с маркой, начать что-то, можно вот эти пробники, и их уже удобно, конечно, брать куда-то с собой. Вот, из наборов, что у нас появилось, да, из маленьких, это набор для проведения косметологической процедуры, то есть имеется в виду очищение, пробничек геля очищающего, которого там хватит раз на 3-4, наверное, энзимная маска, которая хватит на, ну, скажем так, на 1-2 раза, вот, если много, да, с непривычки. Так вообще энзимные маски, в принципе, если не делать по ней массаж, а просто под пленку, например, положить, то на 2 раза точно хватит одного 5-миллилитрового тюбика. Вот, энзимная маска. Там маска акваудовольствия.
Соответственно, мы очищаем кожу, да, потом делаем энзимную маску, либо массаж по ней делаем 15 минут, либо под пленку, как положено, да, и дальше мы ее смываем, желательно смывать ее, чтобы дополнительно такое трение было вот таким вот влажным одноразовым или многоразовым полотенчиком. Кстати, как говорится, многие спрашивают, а как же вот одноразовые полотенчики, а как же эко? Да легко и просто. Берете в Икее, покупаете 10 полотенец или 2 комплекта по 10 дешевых вот этих вот махровых, тоненьких, маленьких. Или там в Ашане, по-моему, сейчас такие комплекты уже, по-моему, стали продаваться. И просто такую недельку себе кладете, одно полотенце на день, там или 2 полотенчика утро-вечер, и потом в конце недели просто их при 60 градусах стираете и на следующую неделю пользуетесь опять ими. И, собственно, не нужны рулоны с одноразовыми полотенцами. Это к вопросу о проблемной коже, одноразовых полотенцах и все прочее. Да, единственное, когда мы кожу вытираем, например, одноразовыми бумажными полотенцами, мы пренебречь не можем, а вот тряпочки как раз можем вполне себе многоразово использовать. Значит, маску акваудовольствия мы толстым слоем кладем, после того, как уже смыли энзимную. 20 минут ее выдерживаем. И вот, можно, кстати, тоником сбрызгивать сверху, чтобы она не сильно подсыхала. Можно использовать для этого как раз перелитый в спрей прекрасный новый The U, который прям вот, вот кто попробует, вы поймете, о чем я говорю, о комфорте использования, о запахе вот этом вот ненавязчивом, вкусном. Вот. И дальше, когда мы маску акваудовольствия сняли влажным компрессом, то есть полотенчиком влажным сняли, да, наносим сыворотку 3D-увлажнение, как раз тюбика с 3D хватит на несколько применений, там буквально несколько капель нужно, и закрываем кремом увлажняющим, в котором есть еще SPF 10, как мы знаем, ну, это наш старый хит, который все уже давно знают и любят, вот, и, собственно, вот такой получается экспресс-уход. Следующий набор – это для путешествий. Вот, гель очищающий тоже, там сыворотка 3D, которая предназначена для, как говорится, для обезвоженной кожи, на самом деле, с повышенной чувствительностью. Но так как путешествие – это всегда хочется нам верить, что это поездка в жаркие страны, на море и так далее, на юга, то зачастую, конечно, ультрафиолет повышает трансэпидермальную потерю влаги, кожа у нас пересыхает. Конечно, 3D иногда летом даже для не особо чувствительной кожи и не склонной сильно к обезвоженности бывает показано. Вот. Ну и, соответственно, два других средства – это гель интенсив регенерации и мультипротектор. Мультипротектор для того, понятно, для чего нужен, да, защищать кожу от солнца, а интенсив регенерации, если вдруг солнечный ожог или если вдруг покусали комары, или, допустим, для каких-то других моментов, когда нужно заживление, о чем я рассказывала, да, вот, то, что может тоже в поездках пригодиться. Вот, стоп-тайм, поняла на вопрос. Стоп-тайм, на самом деле, это как бы сыворотка-гель. Ее лучше всего использовать, например, на ночь там под ночной крем или, например, днем как сыворотку, да, но она как плотный гель. Ее, на самом деле, очень хорошо и лучше всего использовать, если у вас, например, есть какие-то домашние аппараты или если вы профессионал-косметолог, да, у вас есть аппарат, например, для фона фореза, ее очень хорошо комбинировать с аппаратными методиками, потому что сыворотка Stop Time, она как бы еще из той обоймы, откуда антивозрастной гель Neo, гель для сухой нормальной кожи Neo, гель для зрелой кожи Формула-1, вот, она как раз вот такого плана препарат. То есть она имеет в составе на самом деле антиоксиданты, алоэ, вот. Вот, и, собственно, если у вас, допустим, есть какой-нибудь аппаратик с 3-мегагерцовым ультразвуком, да, не скрабер, я имею в виду, а именно фон Форез, да, или микротоковый какой-нибудь массажер типа New Face, вот ее вообще идеально под него использовать, именно стоп-тайм. Вот, но так можно, конечно, как обычную сыворотку, просто ее не надо много наносить, так как она плотненькая такая, как бы не как 3D-увлажнение или там интенсив омоложения. То есть ее буквально там несколько капель впитали хорошо, похлопали. Вот эти сыворотки, их, знаете, как вот раньше еще давным-давно была косметическая марка такая люксовая, она и сейчас, конечно, существует, Дарфан называлась, и они показывали, у них даже в корнерах были вот эта вот их модель, она делала впитывание сыворотки. Она, кстати, делала очень правильно. Вот эти гелевые сыворотки,
их хорошо наносить похлопывающим движением, а потом еще вот такими вот движениями делать, вот как бы отрывая от кожи, когда она начинает немножко прилипать. Это стимулирует еще кровообращение дополнительно. И вот как раз она из тех, вот, которая дает возможность вот так ее нанести. Ну и похлопать, похлопать, как говорится, когда она полностью впиталась, нанести крем. Тогда она и не скатывается, ничего. Очень хорошо, кстати. То есть вы наносите сначала несколько капель, начинаете там распределять, да, потом вот эту вот, когда она уже впиталась, делаете вот эти вот движения, да, естественно, там похлопали чуть-чуть, и потом уже она полностью впиталась, можете там пальцевой душ и крем нанесли. Вот тогда замечательно. Она укрепляет кожу, хорошо разглаживает. Ну, под аппараты ее вот лучше всего, на самом деле, на мой взгляд, вот как бы я так считаю. Следующий наборчик у нас сыворотки в миниатюре, ну, это наши любимые Мирелакс Актив Лифтинг, интенсив омоложения и вот как раз Стоп Тайм 25. Вот, и Мирелакс на самом деле с Актив Лифтингом, ну, это такая сладкая парочка, которую все уже давно любят. Интенсив омоложения используется на все лицо и шею, когда возрастная кожа или склонная к обезвоживанию. На самом деле интенсив омоложения после там, 28 лет в рутинный уход, как зубная паста, мне кажется, должна быть, потому что потеря влаги у нас так или иначе происходит зимой от отопительных систем, да, летом от жары и от кондиционеров. То есть здесь по-любому влагу хочется удержать. Поэтому ее можно всегда, как говорится, если там больше 28 лет, можно спокойно ее в рутинный уход, в обычный. Вот, да, ну, ее все любят, это наш хит многолетний уже. Там, как бы интенсив омоложения и крем увлажняющий, это просто вот такой must-have для любого, наверное. То, что называется, подходит всем. Вот, Мирелакс наносится, все знают, да, на места, где есть мимические морщинки, там аргирелин 7%, большая концентрация пептида аргирелина. Вот, то есть на область круговой мышцы глаза, на область лба, да, где фронталис у нас, на область, где процерус, да, у нас переносится. Вот, в принципе, в остальные места ее нет смысла наносить. Можно, конечно, на круговую мышцу рта, где вот у кого, особенно у курильщиков, кисетные морщинки формируются, вот, можно здесь тоже она будет работать. А, в общем-то, например, наносить ее на носогубной складке Мирелакс смысла никакого нет, потому что там аргирелину негде работать. Это не мимическая, а статическая морщина. Вот, она из аптоза, да, возникает. Актив лифтинг – это такой подтягивающий, такой флеш, можно сказать, эффект, да, тоже наносится на все лицо и шею, да, интенсив омоложения тоже, они комбинируются как? То есть вы либо используете комбинацию Мирелакс и Актив Лифтинга, либо комбинацию Мирелакс и Интенсив омоложения. Стоп Тайм оставляете или под аппарат, или на вечер. Вот такой оптимальный будет вариант использования. Против морщин средства тоже такой наборчик небольшой. Ну, кто хочет попробовать, да, там есть и гель с бета-эффектом. Гель с бета-эффектом это как раз тоже оптимально под аппараты, потому что если в домашний уход по капельке, да, нанести, втереть на очищенную кожу, это, конечно, Мирелакс будет более активный. А гель с БТА это полноценный гель с коллагеном и эластином, но как раз еще с 5% аргирелином. Он хорошо идет под всякие вот эти вот микротоковые массажерчики, под, ну, естественно, под профессиональную аппаратуру. Он, естественно, в профессиональном объеме продается там и 100, и 200 миллилитров. Вот. Но вот если пробничек, тоже можно под аппараты, если они есть, вот эти домашние. Вот, интенсив омоложения, с ней все понятно. Гель антивозрастной Нео в данном случае тоже можно или под аппараты, или под, как сыворотку под крем, или вместо крема на ночь, например, как, ну, допустим, если комбинированная жирная кожа, на ночь не хочется крем. А гель антивозрастной Нео для категории там 35+, это вот совершенно идеально, я считаю, ночной крем. Если еще зону вокруг глаз подпитать дополнительно кремом сывороткой для век из Home Care, то вообще замечательно. Вот. Ну и питательный массажный, понятно для чего. Либо массажик провести, ну, конечно, одного 5-миллилитрового вот этого пробничка на массаж не хватит однозначно. Там штуки 3 тогда нужно на среднее лицо. Поэтому его просто как ночной использовать для сухой нормальной кожи. Он даже, кстати, жирную с утра не жирнит, если... так по-честному. Вот, он хорошо очень впитывается. Набор для жирной кожи с воспалениями. Понятно, гель очищающий, энзимная маска на 1-2 раза в неделю для профилактики пор, закупоривания, да, сыворотка стоп-акне, обновляющий филитр альфа-дерм. Я считаю, идеальное вообще сочетание. Естественно, когда кожа воспаленная, когда кожа проблемная, я всегда говорю, что нужно средства начинать использовать постепенно, то есть не сразу все вводить уход, потому что если вдруг какая-то реакция будет на какое-то средство, вы просто потом не вычислите, на что она. Вот, поэтому гель очищающий, понятно, мы сразу вводим,
И, допустим, сыворотку стоп-акне на проблемные участки утром и вечером. Да? А потом можем вечернее нанесение стоп-акне заменить на альфа-дерм. Да? Посмотреть, как альфа-дерм будет работать. Может быть, альфа-дерм мы будем 3 раза в неделю использовать, а может быть, каждый вечер, а утром стоп-акне. Вот. Гель для жирной кожи – это, скажем так, средство такое, ну, не когда воспаление надо проблему решать, да, нам нужно аппаратную процедуру, например, на жирной коже провести, а нужен какой-то контактный гель, который будет еще и себорегулирующим свойством обладать. Или когда у нас нет активных воспалений, нужно кожу хорошо увлажнить и заодно еще себорегулирующее свойство, чтобы это средство имело. То есть такой вот легкий гель, без матирующих частиц, он, то есть такой увлажняющий, но у него там гомомелис в составе, он мягенько балансирует участки кожи с различной жирностью. То есть можно его использовать, но ждать от него матовости кожи не надо. У нас скоро будет новинка, матирующий флюид, вот прям вот-вот тоже, они параллель с CC-кремом должны выйти скоро. Вот он будет как раз с матирующими микроспонжами, с всякими ингредиентами, которые, собственно, будут уменьшать жирность, там их очень много, там и кофеин, и салицилка, и фукусы, и там всякие противовоспалительные агенты, календула, там гомомельс, там антиоксиданты и прочее. И, собственно, там окситцинка будет в нем. Вот его как раз именно для матирования на день. А гель для жирной кожи, он такой как бы больше балансирующий, мягенький, без матовости. Понятно, да? Ну и для процедур. Вот, набор для сухой кожи, гель, очищающий, интенсив омоложения, удовольствие питания. Ну, тут все с ним понятно, да? Очистили, сыворотку нанесли, крем питательно закрыли, и там несколько раз в неделю акваудовольствие толстым слоем. Ну, понятно, что одного пробника акваудовольствия хватит на один раз, вот, потому что у него расход на лицо будет 5, а то и даже, может быть, чуть побольше миллилитров, в зависимости от размера лица. И наносим ли мы на шею, а на шею желательно наносить, потому что когда мы лежим, отдыхаем под вот этим вот толстеньким, можно сказать, гидрогелевым патчем, который мы сделали патчем из этой маски, то у нас разглаживается кольца Венеры. Вот. Поэтому здесь как раз такой пробный вариант, чтобы потом приобрести, например, большой размер. Да? И для возрастной кожи у нас тоже наборчик такой вышел. Там как раз есть ретидерм. Вот кто боится ретидерма, на самом деле, честно говоря, одним пробничком ретидерма вы вряд ли что-то поймете, потому что вы не успеете еще получить побочки, чтобы знать, есть они или нет, да, и не успеете явно получить эффект. Вот. Но, в принципе, на неделю его хватит, там, 3 раза использовать, ну, даже не на неделю, на 2 недели хватит. Как раз один пробничек начали, да, 2 недели попользовались, отсекли, что у вас нет аллергии, например, на компоненты, да, ну, мало ли, может, не ацинамид реагируете. Вот, и тогда уже купили нормальные 30 мл и пошли дальше пользоваться по схеме. Вот, здесь противоотечный гель в этом наборчике есть, здесь сыворотка увлажняющая, как раз утром увлажнение, вечером ретинол, оптимальный вариант, но не для лета, конечно, если вы не защищаетесь активно от солнца. Я всегда говорю, что те, кто живут там в Майами где-то там, да, не знаю, в Израиле, еще где-то там, не знаю, в ЮАР, там тоже есть женщины, которые хотят использовать ретинол, хотят выглядеть моложе, хотят использовать такие вот тяжелую артиллерию, да, и прекрасно используют, просто хорошо защищаются от солнца, избегают нахождения длительного на солнце. Вот, наборы по проблемам, там есть тоже много всяких разных, да, вот я их все сгруппировала в один слайд, то есть там и с пептидами гиалуронкой, там миорелакс, тифлинг, 3D увлажнение, то есть все 3 сыворотки, вот эти вот наши самые известные. Там набор очевидный эффект, где есть айсерил, там уже полноразмерчики идут в этих наборах, но они небольшие, стоят не очень дорого и чуть-чуть выгоднее их покупать по отдельности. Вот. Но здесь уже смотрим, нужно ли все эти средства, да, иметь в наборе, или это подарок вы хотите сделать. Тогда вот наборчики вот эти вот более крупные имеют. И есть еще более большие такие подарочные наборы, такие более дорогие, которые там уже от 4000 стоят в розницу, да, не для косметолога. И там уже такие полноразмерные флаконы, да, кто хочет такой дорогой подарок, там, свекрови, например, сделать, вот, то вот как раз большие наборы. А здесь как раз они по проблемам наборы, то есть для купероз розация, там как раз лосьон-концентрат Нео, который как прекрасный такой тоник, активный препарат для кожи, склонной к покраснениям, да, сыворотка пробиоскин, там гель антикуперозный, вот, для кожи с пигментацией, там как раз альфа-дерм, но там как раз нет в этом наборе Brightening Skin, потому что набор делался раньше, чем появился Brightening Skin, вот, и туда бы, конечно, еще добавить Brightening Skin или докупить, и будет как раз
вообще пушечный удар по пигментации. Вот, сияющая кожа с антиоксидантами. Опять-таки, там на день антиоксиданты коктейль Витаматрикс, увлажнение дополнительное, интенсив омоложения и флюид Альфа-Дерм. То есть смотрим по составу средств, да, и по показаниям всегда. И отдельно хочу выделить набор из больших вот наборов, но он один из самых недорогих, да, из больших наборов, он, по-моему, 3 с чем-то в розницу стоит. Набор для подростковой кожи. Но вот здесь как раз есть все, что нужно подростку. Ну, за исключением, может, альфа-дерма, если у него проблемная кожа и хочется еще кислот добавить. Вот. И, допустим, если активное солнце, хочется SPF. Здесь как раз есть и для кожи не особо проблемный увлажняющий плюс, да, то есть это для подростка, у которого есть эпизодические высыпания, допустим, да, но нет особых проблем. То есть умывается муссом. После этого наносит, например, тоник или орошением, или ватным диском. Но просто вот мальчики, например, подростки, у которых щетина уже начала расти, им ватным диском не очень комфортно протирать лицо. Поэтому вот спрей, я считаю, очень хороший вариант, потому что он оросил себя, салфеточкой бумажной промокнул и все. То есть, в принципе, при наличии жесткой воды нашей водопроводной, да, тоник все-таки нужен. Да? То есть, как бы мальчика сложно, конечно, еще сложнее, чем девочку-подростка заставить что-то делать регулярно, потом они только дорастают до этого момента, чуть позже. Но в целом приучить можно, особенно если ты поставил все в одно место, и все это там стоит, и сразу в глаза подростку попадается ему на глаза. Вот. И, собственно, если, конечно, мы умываемся из обратного осмоса или какой-нибудь там отварчик умываемся, одно дело, да, мы можем тоником не пользоваться. А если мы умываемся водой из-под крана, то тоник необходим, плюс еще мы же какие-то умывающие средства используем, да, не всегда это прям очень мягкий гель, это может быть и обычный какой-нибудь гель для душа, и тогда, конечно, еще более тоник необходим, потому что нам нужно еще остатки вот этих ПАВ и щелочную среду с кожи убрать, то есть восстановить PH в первую очередь. Поэтому вот тоник удобно использовать и ватным диском, и орошать из спрея. Дальше мы можем, если нет воспаления, просто увлажняющим средством воспользоваться. А если есть воспаление, мы можем использовать стоп-акне на участке с воспалением или на все лицо и увлажнять Дерматеном, который еще сам по себе, ну, Дерматен, понятно, наш древний препарат, который аптечный, и он имеет серу в составе, об этом все знают, как бы можем использовать его как увлажнение с противовоспалительным компонентом. Единственное, надо понимать, что Дерматен не лечит прыщи, это уход на фоне лечения. Это частая очень ошибка пациентов, когда они где-то там краем уха на форуме услышали, что Дерматен хорошо помогает. Да, он действительно хорошо работает с проблемной кожей, с папулопустулезной стадией розации, но как уход поддерживающий. То есть он помогает быстрее достичь ремиссии, если назначено адекватное лечение. А если у человека лечение не назначено, а у него папулопустулезная стадия розации или там вторая, третья стадия акне, какие-то выраженные проявления, то надеяться, что он купил за 400 рублей Дерматен в аптеке и вылечил себе третью стадию акне, просто в большей степени наивно, как бы это жестоко ни звучало. Вот. Соответственно, еще бы, конечно, к этому набору энзимную маску на 1-2 раза в неделю иметь, и вообще замечательно будет. Вот. И home care в заключение уже. Последний слайд. Кто выдержал, молодец. В конце скажу еще раз промокод. Вот. Линия home care – это у нас несколько препаратов, то есть это уже, можно сказать, 6 препаратов, потому что еще мусс один появился. То есть это очищающий мусс с алоэ вера, который я очень люблю, вкусно пахнет, прям плотную такую пену дает. Очищающий мусс с витамином С, он тоже дает такую же вкусную, пахнущую только цитрусом уже, плотную пену. Он чуть мягче, чем мусс алоэ. Мусс алоэ на один ПАВ больше имеет, но здесь нет агрессивных ПАВ, нет никаких там сульфатных очистителей, то есть нет ни лурет, ни лурилсульфата. Тут все мягенькое. Тот же самый кокоглюкозид, тот же теококаилглутамат, вот, тот же полоксамер 184, то есть мягкое очищение и сразу текстура пенки. Да? Ну, попробую вам показать. У меня мусс с витамином С. Вот, то есть он прям вот такую, прям плотненькую, не расползающуюся, как бывает у многих такого плана средств с пенообразователем, более дешевого сегмента. Вот, ну, вот он как бы очень приятный тактильно, по нему можно еще помассировать чуть-чуть, пару минут, вот, и смыть. Вот. Очень для двухэтапного умывания хорошо подходит, кто гидрофильным маслом смывает SPF или, например, плотное тональное средство. Как раз вторым этапом очень приятно использовать муссы. Я тоже как-то в каком-то вебинаре тоже упоминала, тоже много, в принципе, пробовала очищающих средств. Например, корейские, они
более жесткие, не рассчитаны на нашу кожу. Все-таки у нас более чувствительная, более тонкая кожа. Больше она агрессии поддержана, подвержена. И поэтому вот эти мягкие муссы, они зайдут, зайдут, уже стал как дети мои разговаривать. Вот, они, конечно, понравятся больше нашему человеку, проживающему изначально в нашей климатической зоне, да, чем, например, там, жительница Таиланда какого-нибудь условного. И то есть нам какое-нибудь корейское средство в виде мусса будет жестковато, например, потому что там, как правило, много всяких ПАВ, в том числе и сульфатные могут встречаться, до скрипа моют, не очень хорошо. А вот как раз гидрофильным маслом очистить от макияжа или от тонального, от SPF, и потом взять мягкий мусс, это идеальный вариант, потом еще тоником обязательно, конечно, протереться. Вот два мусса, как я уже говорила, более сладенький алоэ вера, чуть более жесткий по очищающей способности, и очищающий мусс витамин С, который я всегда рекомендую тем, у кого склонность вот, к сосудикам, к куперозику, да, то есть когда склонность к покраснениям, тоже, так как это антиоксидант, понятно, смываемое средство, долго на коже оно там не присутствует, а ждать чего-то, что там витамин С будет прям действовать за эти две минуты, что умываетесь, тоже наивно, конечно, но когда есть, хорошо, да, и мягко очищает, вот хорошо как раз нравится очень тем, кто вот тоже 35+, или там склонность к куперозу. Антиоксидантный коктейль Витаматрикс – это кремовое средство со светоотражающими частичками. Тоже в таком флакончике выпускается, тоже такая легкая текстура, но он уже содержит маслице в составе. Вот. И вот этот вот нитрит бора, который дает здоровое сияние, вот этот софт-фокус эффект, лоск, как вот в CC-креме тоже у нас есть этот же ингредиент, который сейчас выйдет. Вот, крем-сыворотка для век, но ее уже многие полюбили. Укрепляет, подтягивает, легкая сыворотка, кофеин немножечко может подсушить, поэтому если очень сухая кожа, век, да, либо на эту крем-сыворотку надо уже более плотный крем наносить, либо просто использовать более плотные текстуры, средств для кожи вокруг глаз. Для всех остальных прекрасно снимает и отечность, и с темными кругами работает, и в то же время немножко питает, в отличие от просто геля вокруг глаз, да, который все-таки больше либо для процедур аппаратных, либо для молоденьких, вот, до там, 25-28 лет. А здесь как раз такой более универсальный вариант. И пептид матриксил морфомикс, конечно, работает шикарно на укрепление кожи. Такой накопительный эффект. То есть там, грубо говоря, если вы начали пользоваться ей и оценили состояние кожи вокруг глаз через 3 недели, это будет уже разница. Вот. Сейчас закончу уже. Вот. Крем для комбинированной кожи SPF 15. Я рада, что вам нравится, что вы дождались конца, потому что мы сегодня прямо ударно очень, ну, очень много информации. Просто решил все новинки фактически запихнуть в один вебинар. Вот крем для комбинированной кожи SPF 15. Это, как я уже говорила, да, чуть более легкий, чем наш увлажняющий. Немножко по-другому пахнет, чуть повыше SPF. Вот, в принципе, для комбинированной кожи идеальное дневное средство или под макияж. И крем ночной увлажняющий. Это, кто любит наш увлажняющий крем, но ждал ночное средство, такое же легкое, но без SPF, вот это он. Там фактически идентичный состав с нашим увлажняющим кремом, но только нет ультрафиолетовых фильтров. Пахнет такими сладенькими печеньками, ну, на любителя. Запахи у нас вообще очень слабенькие все, потому что у нас все-таки косметика профессиональная, хоть и Home Care, например, линия, но тоже мы все-таки учитываем то, что могут и аллергики пользоваться. Мы не кладем много отдушек. Некоторых, наоборот, это отталкивает, хотят, чтобы вкусно пахло, но мы все-таки стараемся, чтобы отдушки было минимально возможное количество. Минимальная. Вот, но он пахнет приятненько. Вот, тоже в таком же флакончике ночной крем. Хватает его достаточно надолго, потому что, опять-таки, это текстура флюида, распределяется очень экономично. И, естественно, лицо и шею можно его наносить и на зону вокруг глаз без проблем. Вот. Собственно, я закончила. Вот. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте, потому что у нас очень-очень долгий был сегодня вебинар. Но я надеюсь, мы все разобрали, на все вопросы я ответила. Вот. Вы хотите спросить, какой у меня фаворит? Вы знаете, у меня несколько фаворитов. Я не могу сказать, что один, потому что я очень много пользуюсь нашей косметикой гельтекской. Так как я участвую, собственно, непосредственно в разработке этих средств, конечно, я
всячески лоббирую те средства, которые бы лично мне бы очень понравились тоже. Вот, ну, как любой наш сотрудник, который в этом участвует, да, конечно, он привносит каждый свою лепту, да, что хотелось бы, чтобы у нас и это было, и чтобы вот у нас вообще было все лучше, чем у всех. Вот, честно сказать, на данном этапе мой фаворит, естественно, очищение, понятно, у меня вся семья умывается гельтеком, но вот если у меня, например, дочь-подросток любит очищающий гель, то я люблю муссы, вот в частности с алоэ, да, вот кто любит более сладкий, тому понравится больше алоэ, кто любит более цитрусовые, то больше мусс с витамином С понравится, вот я так думаю, если именно по органолептике, а по текстуре они одинаковые, вот, мой чуть-чуть пожестче сок мусс алоэ вера. Вот, у меня сейчас фаворит, естественно, CC-крем, который должен выйти, я вот домазываю просто последние капелюшечки опытного образца, которые я экономлю. И вот жду, что сейчас куплю себе новый, наконец. Вот. Под него я, ну, часто использую достаточно интенсив омоложения, когда кожа обезвоженная. Мне лично, я не могу обойтись дома без стоп-акне и альфа-дерма, потому что и старший ребенок подросток, и у меня бывает, что сейчас от масок часто бывает, что-то высыпает у меня всю жизнь жирно-комбинированная кожа. Хоть я и косметолог, но, как говорится, косметологи бывают тоже с высыпаниями иногда. Вот, и не нужно думать, что мы, как говорится, застрахованы от этого. Вот, и поэтому у меня как соцсредство работает и стоп-акне, и альфа-дерм для нас обеих. Вот. И я, честно говоря, сейчас пользуюсь вот утром сывороткой, которая у нас еще, ну не прямо сейчас, но вот заканчивает уже клиническое испытание. Надеюсь, что выйдет. Она с антиоксидантами, с витамином С, с ресвератролом. То есть ждем ее тоже, что она благополучно зарегистрируется и выйдет. Ну, наверное, может, к осени она выйдет, я так думаю. В зависимости от того, как регистрация сколько будет идти. Потому что уже второй этап клинических испытаний практически завершился. Она хорошие результаты показывает. Да, и там очень богатый именно антиоксидантный состав. И мне она прям очень нравится. Под CC-крем она вообще прям такое сияние дает. Именно такой здоровый лоск. Очень мне нравится. Так что вот, наверное, у меня сейчас на первом... Осенью, конечно, я опять на ретинол переключусь. Я любитель ретинола уже несколько лет. Ну, учитывая мой возраст, положено. Вот. Поэтому, конечно, ретинол наш. И, собственно, это будет у меня уже must-have осенне-зимний период. А сейчас интенсивное увлажнение, интенсив омоложения, как правило, использую. Вот, естественно, в качестве дневного вот я жду, пока выйдет CC-крем. И последнее время я вот им пользуюсь, потому что у меня, слава богу, опытный образец был и есть, еще не закончился. Вот, я использую, в принципе, сейчас, вот когда мне попало на тест Baby Face The U, мне очень понравился вот эта комбинация ниацинамида с витамином С. И я как дневной вариант под CC комбинирую, чередую ее с... У меня, собственно, кожа комбинированная, сужение пор для меня, в общем-то, является некой целью, поэтому Baby Face Serum тоже, наверное, перейдет в разряд моих любимчиков. Вот тоник обожаю, The U. Вот тоник прямо, это мой сейчас must have. Вот. Так что вот, наверное, мои вот сейчас фавориты, да. Ну, придет осень, будет обязательно ретинол, ну, скорее всего, без 0,25, а 0,5, потому что я, в общем, такой, да, не пользуюсь ретинолом, мне можно сразу 0,5. Вот. Ну, а у кого, как говорится, первый опыт с ретинолом, начинать с 0,25. Энзимная маска, это вот без нее жить не могу. Энзимная маска у меня всегда есть. Вот, как правило, у меня всегда в холодильнике акваудовольствие стоит. Вот, я ее в холодильнике держу, чтобы холодненько укладывать потом на себя, или не только на себя. Вот, ну вот, наверное, мои фавориты. Вот так вот. Ну что, на этом мы с вами, на этой оптимистичной ноте будем, наверное, прощаться.